Начнем мы с легкой затравочки. Я предлагаю всем желающим прийти на зрительские места, выслушать все, что, и вот быть уже готовыми. Особенно это, конечно же, относится к участникам топ-8 Guilty Gear. Вон я там вижу всех поименно. Кто-то машет рукой, кто-то машет хитбоксом, кто-то машет ногами, я не знаю чем. И пока все подходят, я с превеликим удовольствием хочу передать микрофон и дать все-таки слово нашему основному, наверное, главному организатору Сибириан. Всем спасибо. Ребят, на самом деле слово «спасибо» будет немножечко другому человеку. Мы так подумали с ребятами, что время идет, песок сыпется, а спасибо никому не говорится. Поэтому хочу на эту сцену позвать Васю Биела. Вася, встань. Да, у него красивые выпученные глаза сейчас. Мы этого примерно и добивались. В общем, друзья, не знаю, станет ли традицией. В общем, РУФГЦ премия лучший. Ну, кто никак, как не лучше, как Пиела. Вась, спасибо тебе за твои все труды. Благодаря Василию офлайны в Москве не затихали даже в самые сложные годы. И, надеюсь, не будут затихать. Ну, в смысле, в лучшие годы. Вот, Вась. Давайте пошумим для Пиела лучший. 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 Передаю микрофон Караме сейчас. Сейчас. Ну, на этом, конечно же, не все. Мы все ожидаем великолепного топ-8 Moscow Slam по Guilty Gear Strive. Но прежде чем мы начнем, и я магическим образом окажусь на месте комментатора, у меня для вас есть кое-что уникальное. Внимание на экран! Фолиант начал. Из названия... С его страниц начинается все. Эта книга делает невозможное возможным. Она даровала человечеству магию, определила будущее, а вместе с ним и угрозу гибели. Она ужаснейший преступник. Но в остальном ничего не знаем. Даже происхождение? Даже настоящее ли имя. Сол. Да? Срочно приезжай в замок. Интересно. Какую историю расскажешь мне ты? Бог, что создал меня, держал в руке бутылку текилы. Подъем. Я убью тебя. Soul Bad Guy. Испорченное пламя способно убить Бога. Нет, я просто фриланс, который пытается расслабиться в отпуске. Я закрывал на это глаза, но есть вещи, которые я действительно должен уничтожить. Это Фолиант Начал и Soul Bad Guy. Ты точно уверен, что он твой учитель? Его внешность и манеры изменились. Любой план уступает импровизации. В этом же весь я. Значит, мы идем по худшему сценарию. Аска! Ты таки вспомнил обо мне. Ну, что могу сказать? Тут, как всегда, не без косяков, но да, как вы поняли, у нас наконец-то можно будет ознакомиться с сюжетом Guilty Gear Strive на русском языке. Честно ради, пересмотреть трейлер можно на канале. Я думаю, все скинут дискорды, и все будет доступно. Тут уже мы, к сожалению, как всегда, без косяков. Но что могу сказать? Дорогие друзья, добро пожаловать на Moscow Slam 2024 Guilty Gear Strive Top 8. Антивандалер, здравствуй.
Привет, Карама. Рад сегодня быть в этой студии с тобой. Да, не без небольших задержек, но мы наконец начинаем второй день нашего чудесного Moscow Slam, тот самый долгожданный мейджор в Москве, в Винстрайк-арене. На Лубянке, в ЦДМе, ну буквально в самом центре, и я прям слышал, как уже все шумели, ребята активно поддерживают, и постепенно, я думаю, может начинать готовиться первая пара. Антимодаль, напомню, кто у нас там собирается, кто же у нас прошел через волну победителей? Итак, наш топ-8 состоит из следующих невероятных, сильнейших, и я не буду дальше поливать их на самом деле маслом, молоком, сахаром. Курокич, Тимонатор, который оставил за собой достаточно серьезный кровавый след по сетке. Брухич, Аниме Мемес, подключил соляночку. Маймед Майнд, Ксет, Ашимриад и Блазобс. Последние четыре игрока, соответственно, у нас идут по сетке лузеров. Первые четыре названных по сетке винеров. На Курокича и Тимонатора мы будем смотреть первым делом. И приглашаю этих игроков занять свои места за турнирной консолью. А пока что мы еще некоторое время можем поговорить о том, какой у нас сегодня мейджор. Мейджор. Начинаем мы, безусловно, с Guilty Gear сегодняшнее наше утро. Но Moscow Slam, как и подобает, мейджором с большой буквы принес нам турниры не только по Guilty Gear. У нас здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15, 16, 17 дисциплин, которые прошли за эти два дня. Да и идут еще, если задуматься. Потому что список из 17, это же ты считаешь сайды. Я считаю сайды, безусловно. Сайды имеют такое же право на существование, как и мейн-дисциплины. Но среди мейн-дисциплин, да, у нас присутствует Guilty Gear Tekken 8, Street Fighter 6, Grand Blue Fantasy vs. Rising, который проходил вчера. Да. Mortal Kombat 1, который проходил вчера. Super Smash Bros. Ultimate, который проходил вчера. И силами комьюнити именно этой игры у нас сегодня есть стрим с этим просто запредельным продакшеном, на самом деле. Mm-hmm. Косяки не косяки, но свет, микрофоны, камеры, аудиоразводка, студия, все прямо вообще высший класс. Огромное спасибо TSM за то, что сделали это для нас и для вас всех. Да. Ну, у нас на экране появляется, в чем я уверен, что все уже узнают этих игроков. Мне пришлось перезапустить игру по-бырому. Но у нас, как всегда, знаешь, это подключение своих соответствующих орудий убийства в лице хитбокса, клавиатура, но процесс занимаюсь все-таки некоторое время. И у меня вот главный вопрос. Вот есть Тимонатор, мы точно знаем, это Анджи. Это парниш, который, условно говоря, влетает в каждую возможную тусню, то есть во все онлайны. И каждый раз заходит все дальше и дальше. И вот первый офлайн, мы его видим на сцене. Может удивить, но также может удивить и Курокич с точки зрения своего пика. Это правда. Курокич, конечно, чисто русская рулетка. Да, именно такая. Русская с большой буквы. Непонятно, какого персонажа он заберет. У него есть Slayer, на котором он играл в последнее время. У него есть Testament, на котором он играл вчера весь день, совершенно честно, чтобы продемонстрировать Testament плеерам нашим топовым, что персонаж вообще-то может. У него есть Потемкин, разумеется, у него есть куча карманных кайф-солов, Ромлетали и прочих людей. Тут можно подстраиваться под матчап как угодно. Кстати, Анджи, Тимонатор на Анджи, два Анджи-плеера в топ-8, угу. Заметь, кто настоящий топ-тир-то, по-твоему? Вот ты решил с этой позиции зайти, да? Но я знал, что рано или поздно... будет такая ситуация, где мы при упоминании Анджи скажем топ-тир. То есть, ну, настолько вот даунплей вложился в этого персонажа, что сейчас, даже когда игроки вполне себе стабильно перформят, опять-таки, я напомню, что на Arc World Tour в Last Chance Qualifier единственная причина, почему мы не получили Анджи,
Это один игрок, который трех анджи-плееров уложил буквально подряд перед выходом из турнира. То есть это подряд Apology перебил трех анджи-плееров, которые находились там уже в топ-8. И это было еще до последнего патча, где сейчас, я думаю, сейчас анджи чувствуют себя еще лучше, потому что ДПРЦ ушло. А значит, что не будет такого легкого выхода из его прессинга. А если он ловит, дамаж он всегда. Это правда. Опа. Конверсии совершенно отличные. И тестаменты мы видим на экране со стороны Курокича. Будет ли баттон-чек? Большая загадка для нас. Мы это увидим достаточно скоро. Ну и вот такой матчап мы будем играть. На самом деле, есть что сказать на эту тему. Долгие, хорошие поки у Тестамента, но, к сожалению, уязвимы для гардпоинтов рекавери. Везде достаточно серьезные, и играть нужно аккуратно. Конечно, есть проджектайлы, тут никто не отменял. Черепа, вороны, тут все как надо. Есть удобные кнопки, безусловно, для того, чтобы поиграть. Но и у Анжи-то кнопки удобные, тут что еще скажешь. Тут... В принципе, главная тема всего топ-8 нашего сегодняшнего будет в том, по всем парам просто, которые мы видим, будет в том, что решают фундаменталы. Вот кто лучше будет играть футсис, кто лучше будет выдерживать свое расстояние, махать кнопками так, чтобы они попадали хотя бы в блок и никогда не вифали, тот и победит. Это так на самом деле происходит в этой игре. Смотрите, что будет происходить на экране, и учитесь, так сказать. Ну, если задуматься, то ты прав на все 100%. Из каких-то более специфичных персонажей, которые вот чуть меньше, возможно, про нейтрал, или их нейтрал играется иначе, у нас буквально два. Это Ина в исполнении аниме Мемеса и Потемкин в исполнении Блазовца. Все-таки грапплеры, они фундаментально отличаются к подходу и видению игры. Как и рашдаун персонаж, но именно персонаж с точки зрения Ина. Все-таки ховер-дэш, все-таки... Это тот персонаж, который, типа, ты блочишь не лоу, ты блочишь хай. В общем, все переворачивается. Ну, Инна играет действительно совершенно какую-то свою игру. Все из-за наличия ховер-дэша. Тут ничего, к сожалению, из песни слов не выкинешь. Но, как бы, да, она не единственный персонаж в этой игре, который играет в свою игру, а не в Guilty Gear. И, кстати говоря, можно посмотреть еще раз сеточку. Каких еще персонажей подобного плана мы можем увидеть? Мы можем увидеть здесь Абу, которая тоже играет не совсем в Guilty Gear, все-таки в Guilty Gear, но ей нужно больше играть в Abu Gaming. Она играет в старый Guilty Gear без старых проблем. Но все-таки теперь ее не ваншотит за маруху. Да. Abu Player и Rejoice. Ну, что-то, хотя, слушай, что-то. Но ведь Брухич может и удивить. У него есть один мейн в кармане. Который тоже не играет в Guilty Gear, кстати. Так может, на самом деле, Брухич-то в Guilty Gear играет просто потому, что Guilty Gear куплен. Было бы чем-нибудь другое, еще чем-нибудь играл. Куплен как? 3-2-2? Хочешь сказать, Брухич здесь оказался не просто так? Не, учитывая эмоции, которые были при выходе из топ-8, а Брухичу, чтобы выйти сюда победителем, пришлось одолеть Ашимриата. Короче, по всем эмоциям там точно не 3-2-2. Ну, либо Ашимриат очень хороший актер. Так, сейчас у нас проверка. Это баттон-чек, это баттон-чек. Да, проверяют игроки, что все настроено правильно, что есть отклик, что все кнопочки в рабочем состоянии. И ни одного кулберста, кстати. Хотя, казалось бы, мета... Какая у нас? Голдбёрст на раунд-старте баттон-чека. Голдбёрст на раунд-старте баттон-чека. Ну да. Российская мета. Ладно. Ну, она повсеместная. Баттон-чек закончен. Начинается первый бой сегодняшнего топ-8. Guilty Gear. Moscow Slam. Винстрайк Арена. Курокич. Тимонатор. Тестамент против Анжи. И уже достаточно агрессивно начинает Тимонатор. Половина бурста тратится на то, чтобы попробовать попрессить, но теряется opportunity за opportunity. И
И потеряно уже половина бюрста. Потеряно уже половина бюрста, да. Я повелся, кстати говоря, на плашечки Курокич. Не-не, тут якутская сила видна издалека. Но пока что получается только блочить, и вроде бы угадал шин, но контрмера неправильно была выбрана. Слушай, матчап как будто бы хорошо знаком, и у Курокича начинаются проблемы буквально с начала. Тоже из песни слов не выкинешь. Хорошо отпокался джампслэшем, но не получается получить ход, намазать масло и сделать все остальное. Ну... Крутится просто в свое удовольствие Тимонатор, и как бы ему это даже прощают. О чем я говорил, достаточно сложно сделать что-то в этом матчапе. Бейтился бурст, бурст отдался не тогда, когда он бейтился, все правильно делает Тимонатор. Ой, сейчас будет очень больно, потому что в углу против Анжи. И я заметил, это новая Анжи мета, я бы сказал. Они все чаще и чаще оставляют в углу и пробивают уже только со второго, по-моему, этапа. И сейчас, кажется, Тимонатор будет забирать, хватает РЦ, чтобы добить и первый бой. Первый бой достаточно быстро и уверенно в пользу Тимонатора. Хотел я посетовать на то, что не тратит метр на пробитие стеночки, но метр ему там понадобился очень-очень хорошо. И Чар Селек не выдержал, просто тонкая душа Курокича не выдержала. Все-таки не смог показать, что Тестамент может. Правильно говорят Андрюша, правильно говорит Вивка. Не надо. Персонаж ботом один. То, что зашел в топ-8 мейджора с 91 участником, ничего не значит. Анджи не победить. Это правда матчап 9-0, но тут стоит отдельно сказать Тимонатор, он разбудил зверя. Хотя, на самом деле, Курокич свапается-то из-за страха. Если оно боится, его можно убить. Это, кстати, правда. Но пока что... Воу! Знаем, матчап knowledge имеем. И 6П хорошо используется. Конверсия совершенно прекрасная. Продолжает Тимонатор давить. Ну, супер. Слушай, это выглядит так, как будто бы заявочка на победу, если Курокич сейчас не подсоберется, у него же после... Если вот сейчас все пойдет таким чередом, у него после этого останется всего лишь один бой для того, чтобы забрать. Будет ли еще один чар-свап? Будет ли Слэйер? Заберет ли сейчас Курокич этот бой после того, как... Да ну! Нет, все, да матчап ноулиш, нельзя, нельзя так делать. На самом деле, совершенно легитимно нельзя так делать, если... Противник это тренировал. И Курокичу показывают просто, что все выходы из Дэнди Степа это недоброкачественно. Слушай, я думаю, сейчас Бобр сидит дома и такой, ну, видите, кто-то стал лучше как игрок, и Тимонатор пока что и правда показывает себя игроком куда лучше, чем, наверное, ожидает Курокич, и подобное недооценивание у него оппонента ведет к тому, что он на критическом здоровье. И сейчас можно забирать. Есть РЦ, накопится ли бёрст? Накопился бёрст. Вот буквально последний пиксель, там уже делать нечего. И мапа проиграла. Распространите, просто делайте клипы. В топ-8 Moscow Slam мапа проигрывает точно так же, как и в любом другом бою. Да, и это причем идеальная победа от Тимонатора. И кажется, он идет очень уверенно. И это, я бы сказал, весьма агрессивный раунд-старт. Знаешь, там нужно все-таки использовать рыбу. Ух, хороший был бы, жирная просто была бы комба. Конечно, бурст отдается, но ход все еще за Курокичем. Метр есть для того, чтобы положить с хард-нокдауном. И это, вот эта заявочка на победу достаточно будет просто побейтить некоторые штуки у Тимонатора. Нет, забирает ход и... Вот такие техи, это... Ну, супер ПРЦ сразу уже в Bloodsucking Universe. И все еще не помогает, Тимонатор просто на вере себя. Курокич такой, так у тебя же веры нет. Он, кроме веры мне ничего и не нужно. Хотя от метра, я думаю, сейчас бы не отказался. От метра не отказался бы и Курокич, метр у него есть, метр отдается. Тут, ну, просто что-нибудь уже... Ой, 6П Тимонатора коронная, но немножко... Нет, не дропается комбо, и бурст отдается, бейтится! Матч-поинт для Тимонатора. Тимонатор может сейчас убить победителя ЕФА 2024 в 3-0. Вполне себе возможный результат, особенно с таким хорошим раунд-стартом. Ну, Курокич, конечно, наверное, сейчас сидит, расслабляется, думает, ну, я пройду еще из лузеров, где нужно будет преодолеть некоторых гигантов, типа... Шимриата, Маймонд Майнда, Блазопса, Кседа, кто из них там попадет и выйдет. Но... Один удар остается после пробития стены и... Ну, конечно, нет лайфлида против Слеера, но кажется, у Тимонатора все хорошо, не успевает запанишить, есть метр, там даст слишком далеко и 5К просто завиртует этот...
Какие прекрасные кнопки. 3-0 Тимонатор убивает Курокича, просто одного из титулованнейших игроков нашего комьюнити. Вот так. Тимонатор сам не может поверить, сам в шоке, но у него есть время немножко отдохнуть, пока Курокичу придется играть по факту в 3 раза больше боев. Да. Это у нас Тимонатор первый, прошедший в виннер-финалы, а второй выяснится в следующем сете. Я очень надеюсь, что не было пробития морали, при всем, сколько пробитий всего остального было в этом сете, и что Курокич сейчас, ну, просто раскликается. А следующего человека, который будет сражаться уже с Тимонатором, определит у нас пара. Брухич аниме меме, спрошу проследовать на стрим-консоль, рассаживаться, настраивать свои кнопочки. Это будет совершенно неортодоксальный матчап просто по всем возможным параметрам, потому что это два персонажа, которые играют не в Guilty Gear. Это два персонажа, для которых нужно просто совершенное знание матчапа для того, чтобы с ними играть. Ну, при этом, это, знаешь, я бы сказал, будет очень интересно. Ой-ой-ой-ой-ой! Ну, слушай, я думаю, скалгерушки, в принципе, рады. У них, кстати, сейчас ведет параллельно сайт, ребята очень активно месятся. Я бы сказал, знаешь, это тот матчап, если мы будем рассматривать именно игроков, где, возможно, нам комментарии не понадобятся, то есть как бы веб-камера есть, и что Брухич активно играет мимикой, что аниме-мемес активно играет руками, можно понять любую эмоцию, то есть, и причем, что у Ина достаточно долгие комбо, что у Абы нет, никак. Так, у нас там кто-нибудь из организаторов рядом под рукой есть, если она не подключается. Из организаторов или из игроков? А, там если мемес подключился, там кто-то из них должен подключиться, я знаю, по USB-кабелю отдельному, не к компу. Вот что он делает. Ну, мемес, он в теме, потому что, опять-таки, именно на этой сцене часто проводятся смеш-турниры, а он как бы один из организаторов. Он тот, кто ведает, кто с кем играет. Он контролер сетки. Вот оно как. Об этом я, если честно, слышу в первый раз. А вот зря, карточку с мемесом уже купил? Нет, не купил. А есть такой. А сколько стоит? Там, говорят, бустеры, и ты их, ну, типа, ролишь ее. А потом обмениваешься. Гача, гача. В моей жизни слишком много гачи. Угу. Я, наверное, не вывезу еще одну гачу параллельно. Ну, тут она такая... А там вниз, там вот... Нет, справа, вы меня видите. Вот знаете, переподключиться, да, и там этот компьютер, сюда, разработка. Но это все почему? Потому что нас Sony не спонсирует. Прикинь, Sony бы спонсировала, были бы консоли, и там только одна опция Guilty Gear и типа выйти с турнира. И все? Да, Курокич эту опцию выбрал. Но он близок. Там пока что на модальном окошке, где спрашивают, вы уверены? И там слева пик тестамента, справа пик слэйра. Угу. Хотя, давай посмотрим, на кого Курокич упал. Курокич упал на победителя Ашимриад Блазопс. Ну, то есть, да, там придется немножко поднапрячься, или это окошечко будет иметь кнопки «да» или «да». Там интересная ситуация. Там вообще так-то стандартный гранд-финал первых турниров по страйву, которые мы видели, то есть Ашимриад Курокич. Либо же противостояние, так сказать, сенсей и падаван. Все-таки Блазопс активно черпал знания от Курокича, и никто, главное, не скрывает. О, все нашлись. У них кнопки работают. Не может быть. Что-то работает как... А? С этой проблемой вчера встречались, если честно, даже за все пулы мы не нашли решения, в общем, беда. Да, это проблема ПК-гейминга. К сожалению, такое может происходить. В прямом эфире тем более случается всякое. Угу. Дадим игрокам еще возможность. Отыгрывать матчи топ-8 оффстрим, конечно, не хочется совершенно. Но если крайние меры придется принимать, то, увы, придется так сделать.
Там причем и иногда непонятно, кого конкретно выкидывает. То один контроль, то другой, причем без какой-либо связи. То есть, казалось бы, ничего не должно мешать. Один игрок клавиатура, другой игрок вполне себе полноценный хитбокс. Но Arc System Works такие, да, в целом нет. Так. Слушай, ну еще зависит от того, что за хитбокс, на какой плате. Если это мультирежимная плата, то в каком режиме он находится? В режиме контроллера, в режиме клавиатуры, в режиме какого-нибудь Legacy контроллера, типа Xbox, PS3, что-нибудь такое. То есть тут на самом деле есть зачем последить. И проблема может крыться где-то вот в этом. Опа. Но мы слышим, да, что в игре что-то происходит. Инна, мы слышим. И у нас есть два работающих контроллера. О. Но тут еще, знаешь, стоит порадоваться как минимум за это. Сет еще не начинается, а уже можно сказать спасибо большое нашим ребятам, которые помогли все это поставить им быстренько, и все быстро разобрались. Осталось, чтобы оно так и было. Так, ну и батон-чек, естественно. Просто такого надо. А, вот это похоже на мету. Вот это уже оно. Услышали, просто услышали комментаторов и решили как бы удовлетворить наш маленький эгоистичный запрос, чтобы начали батон-чек с золотого бурста. Ну, это спасибо игрокам. Ну да, да, да. Вон они там друг другу показали лайк. Это, наверное, последний лайк, который показывает аниме-мемист в ближайшие 3 минуты. Зависит от того, подключится ли у него прям соляночка на полную, что-то куда-то встал, куда-то ушел. Вот что он встал. Ну куда ж без этого, ну. Красава, красава, люблю, как это называется, не спортивный этикет, а... Ну вообще да, это называется спортивное поведение. Это вполне себе, и... Честности ради, оба персонажа готовы показывать неспортивное поведение именно в игре. Все-таки грязные миксапы, что для аниме-мемеса, что для Брухича, который будет сражаться за выход в винер-финалы, это не новость. И просто агрессивнейшее начало от аниме-мемеса. Брухич тут же заходит в Марокко. И видим, что менеджер метр совершенно прекрасно, никаких проблем у него нет. За исключением того, что сначала по мемесу все-таки нужно попасть для того, чтобы в Марокко войти. Если сделать это просто в чистом месте, то будешь наказан, скорее всего, уничтожен. Не доменеджил, нет, и все прекрасно. У мемеса сейчас, на самом деле, очень хороший апперхенд. Блочится и... Ну, там, Панишь, не панишь. Но какая разница, на самом деле? Этими своими маленькими миксапами Инна будет от тебя откусывать частички хелсбара. И пока ты думаешь над тем, как... заблокировать, ты, в общем-то, и не заметишь, как весь хелсбар уже потерялся. Причем, видимо, Брухич пытался сделать... Ой-ой-ой, отлично, просто дефлект как надо. Есть метр на супер, он дает справа. Желтый РЦ заходит в Мароху и... Неразыгранный просто скрэмбл, проиграл ситуацию, но жизни уже оставалось слишком мало, поэтому проиграл и бой тоже. Так бывает. Там, я бы сказал, элитарный скрэмбл ситуацию, когда ход непонятно вообще между кем делится. То есть, возможно, даже сами игроки не осознают. И сейчас очень важный был хит от аниме мемеса, но Брухич ориентировался. То есть он понял, что сейчас он не сможет долго удержать позицию и быстро вышел из Марокко. Потому что ты не хочешь получать хит, пока у тебя Марокко. Ой-ой-ой, ну вот это злая штука совершенно. И мемесу остается пока что только сидеть. И Брухич успевает все-таки набрать выход из Марокко, подменеджил. Вот как я люблю на самом деле это и не люблю одновременно. Нет, но там уже не важно. Люблю и не люблю одновременно, когда Аба играет так, как положено Абе. Они, правда, все сейчас уже играют более-менее. Никаких проблем с Марокко метром не существует. Все вот это нытье в начале на ее релизе совершенно пустое было. Людям просто нужно было понять. Ну, естественно. Сколько бы мы не ругались на поломанный персонаж, его можно развивать. И сейчас, я думаю, Абуплееры заметно развили данные ситуации, но у Мемеса все очень тяжело, у Брухича очень много метра. И редкий миксап со стороны Абуплееров под Марокко это граб. Потому что реварда заметно меньше опций. И при этом Марокко-то уходит. А какая разница, уходит она или нет, если этим закончить бой? Это правда.
И снова достаточно агрессивное начало от Мемеса. Дефлект работает. Дефлект любит использовать Бухич здесь. Использует совершенно правильно, но вот Мемес против него пока не отыгрывает. Сказал я, и Мемес отыграл. Ну, тут как всегда, проклятие комментатора, оно работает страшными вариантами. А вдруг они слушают и подбирают? Ну, тогда я должен сказать, что Мемес отлично хорошая реакция. Это one frame адаптация и хороший раунд Мемеса, но... был готов. Очень жаль, конечно, что не было убийства синей комбы, и вот это был бы просто времена XX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 
описывать ситуацию, которая сейчас происходит. Тут очень хороший комфорт-хит, немец не стесняется давать бёрст сразу. Есть бёрст-метр на ещё один дефлект у Брухича, кстати говоря. Ну, вот Лина, наверное, один из тех персонажей, который очень страдает от этой механики. Несмотря на то, что есть способы обходить, тебе очень часто надо именно коммититься в этой фейс. Очень-очень быстро копится буст, конечно, сейчас, поэтому грех просто не тратить. Но лэш-чек не прошел. А вот это хороший выход от Брухича. Конечно, такой тратит метр. Немец с выпрыжкой делит количество. Ой, мороха закончилась. И ничего нет. И оверхед все-таки проходит. Нет, говоришь? Главное, что был теншн, а там уже мороха найдется. Ой-ой, я вижу итальянские возгласы Мемеса, и в целом они заслужены, но выход нейтрал, так что можно еще поиграть, дайв-кик за дайв-киком, никогда не попадает, и как же глубоко заныривает эта кнопка, и Брухич с великолепным камбэком, из, казалось бы, тяжелой ситуации. 1-1 по раундам, как же тяжко идет, вроде бы первый был не так тяжко, как будто бы, но сейчас мы видим, что вот два разогретых игрока в матчапе друг с другом сейчас показывают. Тут реально исход этого сета предопределить невозможно совершенно. Впрочем, исход прошлого сета мы тоже предопределить никак не могли. Я думаю, многие попытался угадать, где мы проиграли. А сейчас очень хорошо Минус сделал бэкдэш, выиграл достаточную дистанцию, и Брухич вполне себе со следующим. Нет, если с такого хита, то не со следующего. То Чиздей может улетать. А! Ну, видимо, мы просто решили, что мы не должны были это видеть, чтобы лишний раз, не зашеймить Брухича. За то, что нейтрали не побольше. Да-да, спасли человека, спасли репутацию, и это 1-1. Я понял. Немец посмотрел такой, типа, а что если дайв-кик? И в целом оно пока работает. И убежать можно, и попресть через него вот таким вот образом. Дайв-кик работает как часы, и это будет больная комба. Конечно, бурст отдается, никому не интересно там вот это вот смотреть, что Ина будет делать. Ну, Немец, я думаю, посмотрел бы лишний раз, хотя я думаю, ладно. Ай-яй-яй. А это был красав, интересно. Ну, понятно, что он там кнопку нажал, но все же. Учитывая форвард момента, могло многое произойти. Неправильная выбранная опция от Немеса, и Брухич еще угадывает, и с этого может начаться страшная вещь. Начаться страшный разворот. Но на самом деле тут Немесу... Ой, заблочено, ой, наказано, ой, жизни не было. Тут любой паниш действительно прошел, и отлично Немес выигрывает этот раунд. Ну, пока что, если он... Тут тактика проста. Он просто ждет, пока Брухич выиграет по мороке. И это в целом правильное решение. Решение правильное, переждать только не всегда легко. Ой, какая хорошая конверсия, заход в мороку тут же. С этим уже можно работать. Ой, 2S, кнопка бога. Нет, не на такой же дистанции Брухич делает ошибку, это бейчин и желтый. Ну, не так много урона на скрине, кажется, этого. Ну, и на... Имеет минусы, хороший эрграб, и вот ЭГ. И вот ЭГ добивается, 2-1 уже. 2-1 уже просто в пользу Мемеса. Опа. Я, кажется, знаю, что это будет. Ну да, конечно же. Ну, все, я думаю, в теме, все видели этот клип. Понял ли Мемес, что происходит на экране или нет, или сможет Брухич уделить его чем-то новым, узнаем у меня сейчас. Я понял. Ну вот видите, с позитивным настроем, но Мемес, кажется, все-таки бахнул солянки и готов будет выходить винеры. Ну, винер файналс, а вот Брухич активно сопротивляется данному исходу и пошел зонингом под кроватью. Вполне естественно, учитывая новый GS. Вот этот переход между зонингом и условное нападение стал еще более страшным. И вакуум ты не хочешь получать по лицу.
Да, конечно, персонаж про Иден Даут и попадает просто... Как он мог этого ждать? Что ты там делал? Я точно знаю, что Мимис как бы сказал про себя, это типа иди нафиг, пожалуйста, из моей игры. Именно так. Именно в такой формулировке, никак иначе. Брукич получается захватить инициативу, но долго ли получится лишать все. Ошибки помогают, но если они летают мимо, то не так много Триварда. Вот это хорошая адаптация Брукича, типа Simple, но... Ну, кнопки потихоньку прогреваются, мы же не забываем еще о том, что вот так вот у меня в персонаже Брукичу нужно срочно перестроиться под другой геймплей, под другие кнопки, под другую скорость, под другое все. И то же самое надо сделать Мимису, потому что играет Брукич... совершенно иную игру. Абба и кровать — это совершенно разные персонажи. И сейчас, кажется, жареных гвоздей не хочешь? Нет, говорит Мимис, никаких жареных гвоздей. Не вифайте, просто не вифайте, и тогда все будет хорошо. Вот так не будет. А Брукич вифнул, и вот это сетпоинт для аниме Мимиса. Да, за выход Винера, и кажется, как будто бы тяжела ситуация Брукича. Хотя, ой, как он, то есть, ПС затрейдился? Что-то, ну, видимо, в последний фрейм, когда уже им встает, попал. Как же много приходится Мимису терпеть просто все, что происходит вот там на экране, пока эта кровать там куда-то туда-сюда, что-то там скрипит, какие-то штуки летают по экрану. И все это приходится терпеть, терпеть и блочить, как бы ход на самом деле отобрать у нее. Вот просто коснуться, сказал я просто, а на самом деле это непросто. Слушай, там почти что full риск, и чип дэмэдж так-то набирается. Смог! Смог! Ну, хватит ли этого одиночного выхода, чтобы добить ситуацию до конца? Пока. А проблема в том, что кровать теперь то же самое просто придется делать, потому что деф-опций никаких без метра нет, и это, в общем-то, теперь игра просто в ответную калитку, и у Мемиса отличный шанс смерть. Забрать! Да, 3-1! Мемис выходит, винер финалы! 3-1! Аниме Мемис убивает Брухича! Проходит дальше по сетке Венеров. Будет играть с Тимонатором, но... Как же он радуется. Ой, чудеса. На моменте победы Мемиса, на его замечательных эмоциях, продолжаем хайповать и зовем на сцену My Mad Mind'а и Кседа. Именно победитель этой пары далее будет сражаться с Брухичем. Поэтому здесь есть... тоже за что поболеть. Слушай, я бы сказал, вот то, с чего ты начал, то, что вот про нейтрал игра, прям очень надо будет тут держать свои кнопки, попадать четко в цель, виф-паниши, наше все. Этот сет буквально описывается этим. Сет Legacy Player. Каждый раз вспоминаю, когда смотришь там какую-то старую запись МФА, по-моему, это 10-11 год, там на фоне... Там на фоне слышно, что Ксет где-то там в финалах играет Иксов. То есть вот настолько давно. Это причем это только запись, которая есть. Если пошкрябать фотоархив, это там, по-моему, из-за 2008 годов фотки с Ксетом найдутся. А вот Майн прям активно залетел коммун именно со Страйва. И залетел как, знаешь, так сначала по-тихому, а потом как раз турниры за турнирами, лиги за лигами. И везде в топ-3. Пока что только ему не хватает зайти достаточно далеко на каком-то мейджоре. В топ-8 мы его видели. Да, и видим уже и еще раз. Правда, ситуация у него, конечно, достаточно тяжелая. Начинает он в сетке лузеров. Преодолеть сначала Кседа, потом преодолеть Брухича, потом преодолеть... Давайте попробуем посмотреть и угадать. Ну, там один из трех Ашамриад Блазобскую Рокич, это тоже просто мастодонт из скилла. Так что у My Mad Mind'а путь должен быть тернист к его топ 3-2-1, какой он там захочет. Второй NG Player нашего топ-8, кстати, сегодня. Да. Когда ты говоришь, кстати, про то, что Ксет Legacy Player, у меня прямо, когда говорят Legacy, это так очень странно отзывается. Обычно так говорят про какой-нибудь динозавровый кот, устаревшее устройство, там вот это все. Ксет молод. Ксет обновляется и не устаревает. Как бы я бы даже сказал, что, возможно, он молодеет с годами.
Так, а что это, как у вас получилось, что на экранный режим? Магия. Может, кто-то у нас из игроков так неожиданно нажал Alt-Tab? Или когда... Или там Alt-Enter, если я правильно помню. Так. Ну, а тут можно сказать один, что у Mad Mind полное чувство контроля. Он все-таки на клавиатуре. У него, да, есть маленький-маленький флэтбоксик. Причем, если не ошибаюсь, от Madfall, который есть у нас на площадке. Не уверен, успел ли он все распродать или нет, потому что обычно все его девайсы, все его приколюшки расходятся как пирожки. Но если вы сможете найти этого волшебного секретного покемона на площадке и докопаться до него, то, может быть, сможете урвать девайсик, если что-то еще осталось, или, по крайней мере, сделать заказ на будущее. Ну вот Moscow Slam жетончики у него активно раскупили, но специально для нас, для Guilty Gear-щиков, он сделал еще один сет, я бы сказал, аксессуаров с мамонтами. Все любят мамонтов. Все любят мамонтов, потому что мамонты — это мы. Да. Причем неважно, выиграл ты или проиграл, то есть как бы титул мамонта, он такой, приходящий, уходящий. Так, тут у нас, наверное, опять-таки батл чек, судя по настрою. Знаешь, разминочка такая. Да, батл чек, вот у нас все киберспортивно, к сожалению, золотой бут нам показал такой My Mad Mind. Большое спасибо. Ну надо, надо. Ну, маленькая радость комментаторов посмотреть, когда что-то светит. Спасибо. Да, светяшки мы очень любим, иначе бы мы не играли в эту игру. Угу. Так комментаторам еще лучше, понимаешь, когда ты играешь, ты обычно смотришь на персонажа оппонента. А тут как бы можешь смотреть на обоих игроков сразу, и светятся оба тоже сразу. Так, что у нас там? Видимо, задели провод, пока вставали. Хотели подойти, обнять друг друга по-мужски. А тут вся эта техника. Гребаный робот. Все так. Скайнут мешает нам провести турнир. Ну, они просто без чувств и не дают их проявлять. О, сейчас быстренько надо убедиться, что на победе. Опа. Так, это важный момент. И моментом руководит Ксет. Что же будет? Все рандом, фул рандом. Ну, честности ради, что у нас сетка, рандом, музыка, рандом, даже что персонажи хотя бы застапаны. Тут да, тут да. Все выбирается, не знаю, будет ли второй батон чек. И проблемы, видимо, с проводом у Кседа какие-то, из-за которых его девайс выключается, когда он пытается что-то сделать. Кстати. Но там, учитывая, что я видел, у него вроде микро USB, там в теории есть один... На один из столов, это может поставлял. Значит, там Type-C должен быть. Вот он подошел, подошел все-таки. Если, да, гора не идет к Магомеду. Ну. Пожалел старика просто, вставать сложно. Ну, слушай, там Ксет-то встает почаще нас многих. Так что не стоит это недооценивать. Главное, чтобы сейчас не вставал с ДП лишний раз. Что значит лишний? Лишний — это когда тебя за это убивают. А если не убивают, значит не лишний. Это очень легко. Да, и у нас первый матч, который будет отыгрываться по лузерам. У ребят это последняя жизнь. Никто же вылетит из турнира на 7-м месте. Ксет на Кае или же My Mad Mind на Анджи Мита. Этот вопрос... нависит над нами на ближайшие минуты. Здесь возможно, 20, и с этой иногда могут идти очень долго. Ну ты, конечно, немножко загнул, и... Слушай, достаточно бодренько начинают оба игрока. У Кседа, конечно, был ход, ход потерян, но не получается никак у My Mad Mind пока что навязать свою игру, а вот у Кседа вполне получается. Я бы сказал... О, пропущено! О, конверсия! О, до стены! Даже с пробитием через супер, но это ужас. Там все было использовано, ВА, суперочек, прям по госту камбулечка. И встал в ДП, за это не убили, значит все было сделано правильно. Кого? Это что такое за конверсии? Это, вообще там, если бы законнектовать, то да, конверсия была, но... Опа, Драконен встал! Ну, Ксет один... Ой, ну это заявка на поражение. Нет, он лабил. Он даже лабил Dragon Install, но кажется, My Mad Mind знает, что какая разница, Dragon Install или нет, комбат одна и та же работает.
Нормально, еще пока что держимся, и это не хард нокдаун, поэтому... Что за ужас? Тут творится! Какой же камбэк! Сила Dragon Install'а. Ну, это точно нужно, если что, клипать. Клипайте просто вовсю. Это был просто один из лучших ситуативных отыгрышей, которые я видел. Причем там было все, знаешь, на тоненько, в плане того, что кто быстрее осознает, что произойдет. Потому что у Man-Man-Mind закончились активно 2К, пока он сориентировался. Многое поменялось. А теперь My Man Man уже, наверное, не хочет давать возможность Седу войти в этот самый Dragon Install, будет добивать можно быстрее и ловит бэкдэш. Ну, это еще только раунд. Раундами разменялись, полный бурст у Седа. И да, My Man Man начинает просто с прокрутчики, Сед был к этому готов, и пошли бросочки. Когда у Седа начинаются бросочки, у Седа начинаются бросочки. Ну, слушай, another one. Но пока что нет, сдерживается. Три бросочка обычно у Кседа это вот такое, как CPU Soul делает 3 DP, точно так же Ксед делает обычно 3 бросочка. Он закончит по-своему. OTG и Ксед в идеальном исполнении. И это единичка. My Mad Mind на единичку ближе к тому, чтобы вылететь с турнира, Ксед на единичку ближе к тому, чтобы пройти дальше по сетке. Посмотрим, что будет дальше. Так, а что произошло? Ага, великолепно. Что там называется? Так, все дела. Этот бой, если что, можно перезапустить. Да, там самое... Этот бой можно перезапустить, если игроки желают. Я думаю, что это будет сделать правильнее. Он только начался, ресурсы не были потрачены или получены. Конечно, был потерян момент в некотором роде, потому что у игроков все-таки была некоторая инерция, но лучше так, чем... Ну ладно, у нас инерция осталась как минимум у Кседа, но начало раунда как минимум похоже. Знаешь, мы быстро вернулись на те же КП, что были, только разве что Анджи спиной к стене. Пока что все очень хорошо у Кседа. Не только ход получен, еще и забрал у My Mad Mind, и жизни, в общем-то, практически забрал у My Mad Mind. И очень-очень-очень быстрый раунд. 18 секунд. И меняемся инициативами. Вот уже My Mad Mind. Слушай, мне это что-то напоминает просто. Кто первый коснулся? Но не так все просто, конечно. В битве конкретно этих игроков, но со стороны выглядит примерно так. Конечно, оба в своей атаке просто высшего класса игроки. Тут ничего не сказать, если он коснулся кнопки тебя, то тебе придется вылезти из кожи вон для того, чтобы этому противостоять. Разменялись раундами снова, мы такое уже видели. И вопрос, кто коснется первым. Первым коснулся Ксет, снова шажок назад 6К. Ну, тут, знаешь, наконец-то более-менее равный раунд. То есть сначала мы так разыграли туда-сюда, и вот теперь можно и в целом поиграть. Хотя, мне кажется, Ксет с нами не согласен. Что творит демон? Хорошо, рыба пошла, и Ксет вейкается с ДП. Не так часто Ксет вейкается в принципе в этом сете, поэтому и к ДП пока что не приучен My Mad Mind. И обидный дроп конверсии для Кседа означает еще плюс один в копилочку. Небольшая просто моральная пауза для того, чтобы начать следующий бой. Буквально несколько секунд выдохнул Ксед и поехали снова. Начало снова было в пользу Кседа, но для того, чтобы сохранить ход, приходится уже отдавать бурст. И Ксед продолжает прессинг. Пошли бросочки, первый, второй. И решил поломать немножечко свой паттерн, а My Mad Mind с дефлектом был уже там и... Конверсия на половину бара с пробитием, хард нокдаун. Ну, в плане конверсии, Майнмайнда... И побейтил бэкдэш.
Причем интересно, что решил пойти сразу в супер. То есть я уверен, у него были варианты выйти и что-то другое, но, видимо, решил, чтобы наверняка, без всяких дропов, но это... Там никуда... полный метр, ничего... Нет, нет, не полный! Кто-то нажал ФД раньше времени? Был бы это онлайн, я бы сказал, что метр просто бэктрекнуло. Да, конечно. Я всегда верю, что когда у меня не хватает метра, это сервер его бэктрекает. Гремлины откачивают. Да, те, кто не верит в гномов, такие... Вот за конверсия. Я ФД нажал на метре. Опять-таки, долго уходила молва, что есть проблемы. Все же никаких проблем с конверсиями. Там все стабильно и очень хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой. Паниш не такой сильный, какой мог бы быть, несмотря на то, что метр там был полный, но ресурсы тратятся энергоэффективно у Майнед Майнда. С позитивом это все вернется, конечно, комба за соточку, но там и миксап, и за... И еще один побэченный бэкдэш. Закрыл себя стрелкой, чтобы выйти из Dragon Stall, и могу понять, что когда у тебя... О-хо-хо! Раз бейт. Два бейти, ай, не выйдет. А жизни-то где? Жизни-то где у Мэдмайнда? А вот они где, есть, есть. Жизнь, это первый поинт среди нашего великолепного скорборда на стороне Мэдмайнда. Уже гораздо аккуратнее начинают оба игрока, и бурс отдается после первой же конверсии. Как же хорошо бэкдэш и бейтит, наказывает MyMadMind. Тут нужно что-то сделать с этим явно. Не бэкдэш. Возможно, но если не будет бэкдэшить, то там другие проблемы могут скрыться. И заходит суперочек. Все было прям хорошо сделано. Можно было, наверное, попытаться среагировать и отменить фиолетовый, но... Проще сказать со стороны комментатора, чем сделать со стороны игрока. MadMind, цитируя великого, говорит: убери руки с бэкдэша. Молодец. Иксет в данный момент был тем самым молодцом. К сожалению, за бэкдэш очень много это да, нормалы у него просто располагают к тому, чтобы наказывать все эти штуки. Очередная конверсия из угла в угол, которую мы уже видим не в первый раз в этом сете. Знаешь, как будто каждый раз все больше и больше урона. Это да. Можно скелиться. Ой-ой-ой, заебе. Так, ну я вышел, как не хотел, не очень. Ой, это будет больно. Бейт! Бейт, да, да. И это 2-2 в этом сете. Надо подсобраться к седу, потому что MadMind уже подсобрался. Угу. Ну слушай, он, я бы сказал, ресет. Что это? Ну не, он цвет, наверное, поменяет. Он просто поменяет цвет. Может, фиолетовый? Превращается. Нет, не важно, не превращается. Это значит просто передышка. Но это очень важно. Такие тактические паузы, они тоже важны. Потому что бывает ситуация, когда вы просто такие, типа, идет игра, и она нон-стопом прет и прет, прет и прет, прет и прет, и ты уже теряешь на своих опциях. Надо очистить просто разум, действительно, подумать. И подумали, сразу отдали бёрд. Это верное решение. MyMadMind много обычно получает с мелких конверсий. То есть, знаешь, там, немножко там метр залутал, немножко там, и ох ты ж. Да, то, что он может вот так двигаться на пудзине своем, это очень сильная, конечно, опция. Кажется, что он до тебя не доедет, а он на самом деле уже на тебя смотрит. The sky is moving. И Шими, и Ксед прям очень аккуратно сейчас старается отыгрывать, включить совершенно другого Кседа. Лучшую версию себя. Но все еще работает. Там будет ли за 100 метров конверсия? Скорее всего, будет за 100 метров конверсия. Да, там, конечно, будет позитивчик, но некоторое время, не очень долгое, можно будет постараться почерпнуть вот эту ситуацию. Ну, метр есть, верст есть, и будет отдаваться. Причем я мне сказал, что героически, ой, но... коробки, коробки, какие же хорошие коробки у этого персонажа, даунплееры, смотрите просто. Ты сейчас осторожнее говоришь, количество анджиплееров зашкаливает на квадратный метр у нас сейчас. О, нет! Но это дроп, а не дроп, а ресет, потому что Ксет подумал, что сможет ставить кнопку, но MadMind был готов. И я бы сказал, хорошая конверсия за 5к. Да. Кстати, нет, там 5к он гифнул. Вы обманули, я как Ксет это сказал. Конверсия в любом случае хорошая. И это будет смерть! 3-2! Камбэк от MyMadMind, реверс! Свип! Хлоп-хлоп-хлоп. Хлоп-хлоп-хлоп.
Мы поздравляем наших игроков. А это значит, что у нас... Мы благодарим их за красивую игру. Ксет покидает нашу сетку. My Mad Mind проходит дальше для того, чтобы играть с Брухичем. Но сначала... Сначала мы посмотрим на пару Ашимриад Блазопс. Йоу, смотрите, что у нас появилось. Вы видели? Вы видели? Вы видели? А, могут ребята. Могут ребята. Ашимриад и Блазопс сейчас будут сражаться за возможность сражаться, как в Колизее. Если сейчас ты выиграл, то дальше ты сражаешься с более сильным монстром. Это будет уже Курокич. Нам осталось быстренько обновить сетку, чтобы вот это все еще красиво отображаться. Хотя, опять-таки, я думаю, все зрители в зале, они точно помнят все матчи, которые произошли буквально только что. Только сложно забыть. То есть я это буду вспоминать еще пару дней точно. А тут буквально еще всего ничего времени прошло. Вот оно все. Вот оно все. Это даже, правда. Кто же такой молодец, так все сделал, а? Хорошо. Интересно. Интересно. Не ты ли? Так, да. А, у нас быстренько настраивается. Вот я бы сказал, вот Блазов сейчас вполне себе уверенно выглядит и на протяжении всей сетки. Он причем даже сказал, что мне вообще пофиг, что я вышел через лузеров. Главное, что я вышел из третьего пула. Блазов это тот человек, который прошел через джунгли, вышел весь окровавленный сзади. Лишь остатки былого величия тех игроков, кто не могли пройти, потому что третий пул — это был ад. Но вот он именно тот выходец, а вот Ашимриад, наверное, человек, который внушил мне страх не сколько победы, а сколько проигрыша, потому что после того, как он проиграл Брухич, следующего давай, и он дальше пошел. И одного, и второго. И сейчас следующий на очереди — это Блазопс. Ну, Блазопс без сюрпризов забирает Потемкина, а Ашимриад забирает Соло. Соло же. Так он и так Соло играет. Соло же играет или за Соло играет? А-а-а. Обожаю каламбуры. Ты, я смотрю, я... с хорошей ноги встал. Я с хорошей ноги лег спать и очень хорошо поспал. Хорошо тебе. Да, надеюсь, что хорошо игроки поспали. Хотя он... Блазопс у нас обычно отличается хорошим сном. Настолько хорошим, что примерно 40% онлайнов, где он доходит далеко, посыпаются. Но он просто копит эти 40%, чтобы сейчас все выплеснуть, потому что тут опять-таки лузера, тут только один шанс. И кто его возьмет... Узнаем сейчас, дорогие друзья, дайте шуму. Блазопс против Ашимриада. Нет, точно. Я все забываю, знаешь, когда Аша садится за... Что случилось? Назад двигается. Ай-яй-яй. Нет. Баттон-чек. Я просто испугался. Но это важно, опять-таки. Просто мне говорю, каждый раз вот Аша, он достаточно дружелюбный человек, то есть ты когда с ним общаешься, очень редко, когда ты видишь его без улыбки. Но вот то, что вы сейчас видите на экране, это человек, который стремится к гранд-финалам. Причем, возможно, он, знаешь, по ощущениям, он так смотрит, будто хочет не в гранд-финалы Guilty Gear, а желательно по 70 минус сразу. Во все гранд-финалы, все правильно. Ну, стремиться всегда надо к большему. Да. К звездам, там, к победе в ГБВР. Да. Мы, в общем, кстати, можем отследить интересную штуку. У нас пока каждый человек, кто поднимался к своему оппоненту, именно выходил он победитель. То есть, знаешь, как бы проявляя уважение. То есть, Блазопс, получается, попробовал отыграть на опережение. Ну, да, знаешь, как бы уважение во благо и как бы себе майндсет хорошо затапить. Однако, какие хитрецы. Все, ну вот теперь вот можно, теперь уже, знаешь, типа, не фальстарт, теперь все четко. У нас Потемкин, у нас Обадгай, все кнопки на Блазопс и Ашимриад. Фу, ну это один из таких технических матчей, я бы сказал, с точки зрения именно того, что мы будем видеть в исполнении ком, в исполнении каких-то сложных импутов. Тут ребята собаку. Ну, пока что видим, что были попытки от Ашимриада поиграть в удар и убежал. Они некоторое время злили Блазопса,
жизнями разменялись в целом нормально. Тут каждый из этих персонажей способен в целом дезинтегрировать, даже несмотря на то, что Потёмкин, в общем-то, жирный как поезд, пассажирный. Ой, ну сейчас Сол поезд... может дезинтегрировать. Сейчас поезд был остановлен. Попытка была сделать ПРЦ, но Ашимриад с трехфреймовым 5 киком просто останавливает. Дает, так сказать, с ноги брудак, и тут уже ничего не поделать. Причем 5К очень хорошо в данной ситуации в любом случае, потому что там армор длится 2 кита. 5К по совершенному совпадению именно таким количеством и обладает. Хорошо, расстояние выверяет Ашмириад, знает, когда можно побэкдэшиться, знает, когда можно притянуться своими кнопочками. Ну, тут сюрпризов на самом деле никаких нет. Безусловно, один из самых сильнейших игроков не только нашего комьюнити, но и Европы в целом. Ой-ой-ой, это первый блокбастер сегодняшнего дня. Блазов точно не собирается останавливаться, но сможет ли его остановить? А что, это... Интересная ситуация, но сейчас тут играется как раз нейтрал, не этот. Ой, хорошо еще. Ушел, и конверсия просто за метр с этого. Конверсия, конечно, небольшая, но это ход, и это ситуация. И все-таки Блазов заезжает. Заставили. И да, понимает Аша, что Бёрст им уже не поможет, и надо бы вливаться. Хотя можно было бы оставить на следующий раунд, но Аша хочет забрать здесь и сейчас. Есть щилд. Ой-ой-ой! Куда же ты чекаешь? Честно, непонятно было, что там произошло. Ну, то есть, зачем, но это 1-1 по раундам. Очень напряженно. Ну да, учитывая, что вот у нас МХС. Если уж он хотел бы проехаться, он бы проехал. Но Блазов постоянно сделал все, чтобы этого не случилось. И сейчас стоит у угла, хорошо задевает слайд-хэп. И еще раз в трейд в пользу Блазопса. Здесь знание матчапа. Нужно понимать, что ты можешь выходить из огоруды за счет ДП, но нужно быть готовым именно к флешкан. Это была очень странно разыграна вся вот эта серия попыток удержать инициативу. В итоге Ашимриад за конверсию просто отжирает половину жизни у Блазопса и попадает в экран. Ну как же так? Конверсия, конечно, не сильная, может... Не знаю, можно ли было бы, но мы знаем, что экран может делать вообще всякие чудеса. Ну, там точно можно было бы больше, но потерял, что еще надо разыграться. И у нас здесь Тайрон. Чуть-чуть просто маленький пиксель жизни остается у Блазопса. И забирается, как и подобает. И это 1-0 в пользу Ашимриада. Вроде бы 2К бафнули уже давно, а каждый раз удивляюсь, сколько ситуаций она может выиграть. Кнопка очень хороша, и Ашимриад пользуется ей, мне кажется, активнее прочих. Ой, вот это будет больно. Ашимриад не любит, когда больно, поэтому Бёрст. И делает больно в ответ. Ну, кстати, я бы сказал, больнее вполне себе. Конечно, приходится коммититься нетор, но это нокдаун 50% от Потёмкина. Это как бы, ну... Многовато будет. В общем, Риата попытка была что-то вести неудачная, не дропа ресет. Вот это будет больно. Смерть. Да, это смерть. О чем я? Ты не хочешь получать каунтер-хит от Потемкина. Особенно, когда у него есть 50 метров. Блазов очень стабильно выводит на комбо с экрана. В этом плане есть, наверное, только один человек, ну ладно, два в мире лучше его. Это Андрос, европейский игрок. И Фаб. Ну там с Фабом тоже соревноваться. Но Блазов старается. Метр есть, и Ашимриад просто отдает буст после того, как метр был потрачен Блазовцем. И еще просто вообще не хочет, чтобы там что-то было с Гарудой. И Блазовц просто угадывает убийство в блок. Я бы сказал, прям самое интересное в этой ситуации в том, что Аш несколько раз отдал метр, несколько раз отдавал свои ресурсы, чтобы оставить прессинг Блазопса, но так и тот состоял из ФРЦ, Блазопс не получал пеналти, а Ашимриад буквально терял ресурсы. То есть вход останавливался, но ненадолго. Ну, начало боя и оба уже потратили. Все-таки попал слайдхэт, и все-таки попадает Гаруда, и это... Опа! Ну, ага, тут, если у вас есть реакция на персонажа с ДП, это для вас практически халявный выход. Но нужно понимать, что нужно готовиться к FPS после. То есть ПД канцелить, нажимать другой спешл.
Это все еще РПС-ситуация, и вот эту ситуацию Глазовс выигрывает. Хороший разгон. Ну, слушай, это... Один-один, все. Да, я уже испугался, потому что бои с этими персонажами действительно двигаются быстро. Я... Поверь мне, винскрин Потемкина я узнаю из тысячи. Особенно винскрин Глазовса. А вот это красивое исполнение от Ашимриата. Просто full damage. Как же много. За что тебе столько? Впрочем, ну, слушай, не мне, конечно, говорить. Много, но недостаточно. Придется еще постараться. Еще один миксапчик, и это будет сердечко. И поехал телевизор. Ага! Причем Глазовс, он рассчитывал на эту опцию, он был готов к ней, но немножко поспешил. Там есть варианты перебить Вортекс, но Аш, во-первых, подождал и рассмотрел, знаешь, с линейкой посидел, оценил спейсинг и только потом жампнул. Тут, да, тайминг был совершенно непревзойденным от Ашимриата. Просто подумал обо всем. Законтрили Самтаст Потемкина, резкая ситуация, но я, типа, не чеклит. Хорошо, Аша идет, пока что огромный лайфхит, и по ресурсам все хорошо, есть Шимми через прыжок, и сразу супер, чтобы берста-то нельзя было дать, и... Теперь двоечка возвращается на счет Ашимриату. Ненадолго, ненадолго она покинула его. Глазов задумался. Но ему это надо, и водички тоже попить, как бы, Аша. А над чем думать, с другой стороны, карманных персонажей-то у него? Ну, особенно есть. Таких, которые могут с солом Ашимриата как-то поспорить. Да, там скорее матчап достаточно такой, что идут они ровно. И Син, это я назвал единственный такой, например, уверенный саб Глазов, то он не поможет. О, а вот мистайминг. Мистайминг действительно и очень много урона. Но по жизням идут почти что ровно. Есть еще бурс в вашем ряду, метод тратится. А вот Глазовса бурста нет, придется жрать этот урон. Ну, ему не впервой, конечно, но восстановить будет тяжело с такой ситуацией. Опять! Как же там перебивает этот GS! Ой-ой-ой-ой! А прикиньте, если за БРС останется? Нет, я останется. Я каждый раз боюсь, знаешь, под БРЦ смотреть на этот дефлект, то есть как бы, блин, анимация еще есть. Каждый раз, когда я смотрю, как Ашимриат делает вот такие штуки, у меня просто есть ощущение, что у него в голове все это было запланировано. Просто вот ровно та самая последовательность ответов оппонента и своих действий. Ну как всегда, сценарий КДМ сделал. Так, не знаю, у нас только один человек ответственный за сценарий, и вообще. И пока что все выглядит очень хорошо для Ашимриата. Наличие 50% верста на нокдауне оппонента позволяет ему делать многое и, наверное, забирать Глазовса. Со счетом 3-1 Ашимриат будет проходить дальше. Поздравляем, поздравляем Ашимриата с проходочкой. Ну, как говорят, следующего мне подавай, следующего, и вот так вот следующий. Сейчас следующий будет подан, но следующий будет у нас подан все-таки из двух комплектов. У нас такие. Из сетки лузеров. Из сетки лузеров, действительно. У нас все еще продолжается. И мы уже проиграли первый раунд лузеров. Мы идем играть дальше. Это Brutish My Mad Mind. Brutish My Mad Mind, действительно. Тут может случиться многое, во многом, потому что, во-первых, My Mad Mind, он, насколько знаю, играет на Аби, это его саб. То есть у него должен быть матчап knowledge, но учитывая, вот, знаешь, свап против аниме Мемеса на кровать, есть вероятность, что Брухич решит на ней и остаться. Да, возможно. Посмотрим, конечно, у кого матчап может быть лучше с Анжи. Ну, чисто верхнеуровнево, на мой взгляд, наверное, все-таки у кровати больше, чем у Абы, потому что Абы все-таки close quarters персонаж, которому нужно заходить, у которого... без морохи достаточно большие рекавери на ударах с морохой. Ну, в
принципе, нет, и, в принципе, хорошо может двигаться и контролировать то, что у него происходит, но это же еще нужно сначала зайти. Как зайти, когда тебе машут такими огромными кнопками на 70% экрана, наверное? Ну, тут ситуация такая же, что у Анжи есть неплохой потенциал это крутиться через гвозди. Несколько выкупать какое-то время. Есть консоль опции, опять-таки, то есть это уже неплохо. И во многом люди не любят играть против кровати. Не только из-за гардкрашей. Да, гардкраш это механика, которую мы все помним, знаем, но не любим зачастую. Но вот именно из-за air movement, который технически бафнули. Баф JS это баф конверсии, это баф того вот реварда с этого мувмента. И тут неожиданно на сцену появляется Коу от Анжи, который покрывает огромную дистанцию. Да, и мы помним, что у Анжи все-таки, наверное, самый лучший антиэйр в игре, и против таких ситуаций в том числе прыгать против этого персонажа запрещается совершенно. Может ли кровать забыть про кнопку вверх? Слушай, а ты тоже услышал вот этот прям такой добрый звонкий смех? Мне кажется, это был как раз Артем ХДМ. И мне кажется, там рядом сидит Леминг, который, когда слышит, что Коу это лучший антиэйр, успел рассказать какой-нибудь смешной анекдот, что он там не перебивает или чем-нибудь еще. Да-да, эти даунплееры. А мог бы сейчас в топ-8 сидеть, между прочим, с другими двумя Анжи. А он все гениально сделал. Он записал серию гайдов и отправил Тимонатора. Умом. Умом. Ожидаем наших игроков. Я надеюсь, они слышали, когда их позвали. Ну да, пока мы над данжи плеерами смеялись, они тренировались. Добро, добро. Так и должно быть. Но тут будет тяжелая ситуация, потому что оба игрока с клавиатурой. Как оно пойдет? Так, ну все нормально. Пока что все хорошо. До этого у них отключалось на моменте, когда они только выбирали сторону. Так. Спрашивают, Брухич, будет ли баттон-чек? Да куда без баттон-чека? Что это? Что топ-8? Вот ты вот сейчас сомневаешься, а прикинь, Брухич, что ты меня слышишь, а у тебя возьмет и что-нибудь вылетит неожиданно. Или кнопка не та. Дэш макро назначил? Назначил. Так что, my mad mind. Ты по какому-то внутреннему опыту говоришь, да? Нет. Я никогда не путаю кнопки. Я же специально настраиваю их очень медленно. Да, да. Ни разу никто не видел, чтобы ты путал кнопки, это правда. Да, ну у нас, да, button check. Мне вот интересно, а Брухич так и будет стоять? Может, он так... А, нормально. Ну, как в аркадах. В целом. Он просто... Как бы он сейчас стоит, но я бы задумался о том, что не стоит смотреть на своего противника свысока. Между прочим, это полезно для спины. Ну, не в такой позе. Это правда. Да, так что, типа, да, половина пользы уходит, но я думаю, так удобнее, что мы можем как-то сомневаться. О, вот оно, вот оно. Блин, слушай, это вроде как бы по-дружески, но выглядит устрашающе. Ну, Брухич, да, он устанавливает доминацию. Мало того, что он первым пошел, а мы помним, что кто первый выходит, тот и побеждает. Он еще и типозить начал просто с самого начала. Ну, у Блазопса в этом плане не получилось, но да. О, вот он, зал. Я знаю, кто там заводил и работает активно. Вот они наши ребята. Опа, и свет даже включает, чтобы видели моих лица. И как же много зрителей. Это учитывая, что сзади все еще отыгрываются турниры активно. То есть там Mortal Kombat 9, который Complete Edition. Там отыгрываются Skullgirls. Если я не ошибаюсь, скоро должен подходить уже и там Ender Knight, и Garou старый. То есть там много что играется. А мы возвращаемся в Strife. У нас Брухич против My Mad Mind. И во, вот оно, вот мой момент спокойствия. И который... очень важен. Так. My Mad Mind на Анжи Брухич на Абе. Все-таки верно. Решил таким образом сделать. По никам и расстановке персонажей все правильно. И мы начинаем. Сразу же... Ой, сразу же пошла конверсия. Отдает Брухич... My Mad Mind отдает буст для того, чтобы попробовать не позволить войти в Мароху, но...
Брухич все равно берет и заходит. Кончается метр, все-таки у Анжи есть чем подержать Абу в блоке, пока там у нее счетчик тикает. Ну да, там, к сожалению, вы не оплатили Марокко, мы вам отключаем режим суперкрутости. А, нет, у них все хорошо. Хорошо, что у них все хорошо, это самое главное. Я бы сказал, у Брухича сейчас вообще все отлично. Несмотря на то, что MyMyMy на позитив, Брухич наконец-то находит выход из ситуации. И сейчас... О, нет! А вот это фатальная ошибка, там я видел бэкдэш. Да, был бэкдэш, и ловит. Он все-таки цепляет. Ну, где бы эти веера не достали? Но конверсия не полная, была бы полная, была бы смерть раньше. Угу. Смерть в итоге все равно случилась, но так бывает. Там немножко за местами вот этот тяжелый линк между Коу и Супером. Там надо подгадать тайминги. То есть одно дело, когда ты это из комбы делаешь, ПЦ после Супера. Другое дело вот так вот с нейтрала. Ой-ой-ой, суперочком заканчивается, и там полный Марокко метр. Сейчас насколько же будет это просто дикое существо, сказал я, и случился бэктроу инцидент, и теперь приходится сидеть в углу. Oh. Нет, недолго, и это может быть смертельная конверсия. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, смотри, Марокко. Марокко. Ну, а нефиг пропускать каунтер-хит, что ты хотел. И выполнитель честное заявление угадывает Шин. Ну, у Абы есть смешной контрплей, если она прыгнет с ключом, то, если не ошибаюсь, задевает, и там резко игра переворачивается, но Брухич пока что был просто засейвлен, но ненадолго. Ой, чем-то там махает. И, ой, попыточка зайти в Марокко просто увенчалась успехом для MyMyMy. MyMyMy вошел в Марокко. MyMyMy вошел в режим расходования вражеского ХП. Ну да, это тоже такой метр, который Анжи активно тратит, пока нажимает кнопки. И кажется, сейчас он закончится. Но не тут-то было! А было ли? Чё было? Ну, было и было. Чё было? Было единичка в пользу MyMyMy. Брухич, конечно, держится изо всех сил. Но это еще только начало сета. Все еще может поменяться, разумеется. Как же MyMyMy не дает Брухичу просто воспользоваться Марокко. Ладно, набрать, Брухич более-менее ее набирает, но вот именно как-то эффективно воспользоваться пока не выходит. Это, кстати, очень интересно, потому что это как раз самое сложное. Не дать Аби воспользоваться Марокко. В этом же и весь матчап. То есть, типа, ты либо не даешь ее набрать, либо не даешь воспользоваться. Потому что в любых двух других ситуациях происходит то, что происходит. 90% Брухич просто пролетел, и это оперативный камбэк. Совершенно другая история, чем мы видели в прошлом бою данного сета. Тут главное сделать первый шаг, как бы для Абы. Первый шаг проще сделать, конечно, Анжи, потому что Аба первый шаг делает на костылях, это не очень удобно. Ну, зато потом она буквально разъезжает. И сейчас опять... Самые такие простые комбы, по ощущению, будто MyMyMy с них получает куда больше, чем если бы он старался делать что-то более красивое или специфичное. Ну, как минимум, он их не дропает. Интересно, MyMyMy была попытка набрать либо пэри, либо выпрыгнуть между китами. Очень неинтуитивный кроссап там был. Рыбёхой. И у Брухича, к сожалению, есть метод только на дефлект, не будет никакого бюста, но у него при этом есть еще один раунд в запасе. Сжирается оверхед, и поэтому это снова 1-1 по сердечкам. Ну, реактабл не реактабл, все-таки когда тебя кондишнит хорошенько, приходится уважать. Просто половина жизни минус, спасибо за раунд старт. И MyMyMy передает привет Дайске и Шиватаре. Потому что сейчас он снова и снова показывает, что после всех бафов Анжи получает ревард. Особенно если ты знаешь, как его добывать. Какой кошмар просто. Вот это террор. И это 2-0 уже в пользу MyMyMy. Был промежуточный момент, где-то летом, я бы сказал, когда у MyMyMy пошла какая-то черная полоса. Он не понимал, как будто что-то делать, пытался свапнуться на Абу. А сейчас он вернулся и просто крушит все турниры. Буквально недавно зашел в топ-8 онлайна европейского, то есть активно штурмует. И сейчас показывает хороший уровень отыгровки, потому что буквально один раунд отделяет его от сетпоинта. О, ой, нет! Как же там все было побейчено. Просто вообще все. MyMyMy читает Брухича как букварь. Просто это очень простая книга.
Читал ли Брухич букварь? Вот вопрос, конечно. Для того, чтобы читать, надо открыть сначала. Опять же, тот самый первый шаг. И Брухичу пока не дают этот шаг сделать вообще никуда. Он просто сидит в углу под прессингом Анжи. Каким-то совершенно диким. Тут где-то просто какое-то уничтожение начинается. Кажется, My Mad Mind решил, что он хочет закончить топ-8 пораньше. Я как будто на ГБВС смотрю Ванилу. Он просто подходит с этими клоус-слэшами. Клоус-слэш, 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 клоус-слэш. Оппоненту уже надоело там сидеть, надоело? Ой-ой, ошибочка. Тебе не должно было надоедать. Почему ты решил, что ты можешь позволить себе такую уникальную вещь, как то, что что-то может надоесть? Ну, кстати, посмотрим, надоест ли My Mad Mind стоять в блоке. Потому что и процент надоело, и ловит, и брухи и все подобное. Мароха есть, и тильт. Наконец-то такой хит, и кажется, это потенциальное возвращение от Брухича. Ему в данной ситуации только реверс-свипать. Это правда. Ну, тут действительно не остается уже вариант, потому что это все-таки матч-поинт для Mad Mind, тем не менее. Надо как-то отбирать эту возможность у оппонента. Ой, вот это очень важный хит для Mad Mind. Брухич был готов вернуть огромное количество Мароха метра, но Mad Mind его остановил, и тут уже... О, нет. А, паниш, паниш, паниш! Да, есть! Есть же метр, а значит будет! 1-2! Брухич такое не дропает. Красава! 2-1! Все-таки Брухич держится. Решение не свапаться было верным. Ой, тильт КХ, там будет больно, там будет много морохи, и My Mad Mind успел остановиться перед фоллоуапом, который дает, наверное, наибольшее количество морохи среди всех возможных фендеров. Вот оно как. Да. Ну, иначе... Гораздо лучше ситуация сейчас смотрится у Брухича, конечно. Ну, нашли 6П против Крусапа, недолго он помогает. У Брухича есть метр. То, что у него нет морохи, это временная история. Ай, дропнутый джамдаст. Уф. А, он был в воздухе. Брухич нажал граб, но он был в воздухе. И в этот момент из-за рекавери его грабнул в итоге МММ. И это старая разводочка еще с релиза Страйва. Да? Тапдаст, ПРЦ-лоу. Все гениальное просто. Ну, я бы сказал, гениальность проявляется, и это можно заметить у многих топ-плееров, что не просто ПРЦ, а немножко дилеет, чтобы максимально запутать оппонента. И сейчас Брухич явно запутан. Я просто конфужен вполне себе. Хороший бэкдэш против ПДТХС, а Брухич успевает восстановить марокометр. Но My Mad Mind будет выжимать, этого не должно хватать, потому что метр на супер не накопится, и у Брухича все еще есть шансы для камбэка, хотя у My Mad Mind по ресурсам все очень хорошо. Тильт РЦ набирает мароку. Ну и все, теперь надо коснуться, и да, бурст уже все, ушел. А, нет, он надеялся, что пролетит, но был сбит ПВО, и рыбой просто леща Брухичу со сцены, My Mad Mind, 3-1. Просто кошмарно. My Mad Mind выигрывает Брухича со счетом 3-1. Продолжает свое победоносное движение по этой сетке, все еще в лузерах, поэтому все еще у него тяжелое положение. Но. Оно станет еще тяжелее, спешим обрадовать его, потому что следующая пара, которая отправляется на сцену, это Курокич и Ашимриат. Их победитель будет играть с My Mad Mind. Но сначала мы посмотрим на... Классический финал чемпионов, который происходит всего лишь в четвертьфинале лузеров сейчас у нас. Такой вот у нас интересный топ-8. Это, я бы сказал, повторение ситуации ЕФА, по-моему, даже позапрошлого года, если не позапоза, уже 3 года назад фактически, когда встретились что Ашимриат, что Курокич, и на тот момент, знаешь, вся сцена была в том, что это, знаешь, прям какой-то фундаментальный матчап, потому что это... Ну, естественно, стандартный победитель Гиттукапа. Это победитель ЕФА. Каждый успел забрать по ЕФА. То есть у них, мне кажется, заслуг среди прочих игроков топ-8 наибольшее количество. Тут как бы сложно. Хотя, может, Ксет еще бы посоревновался, но он уже выпал из этого противостояния. Ну, это в новейшей истории. Так-то да. Мы не забываем, что у Ашимриата за плечами бесконечное количество других турниров, более древних, типа всяких МФА и прочих, которых уже не существует.
Вот, но тоже все это было разыграно и даже выиграно в какие-то моменты, если память мне не изменяет. То есть Ашамрят у нас опытный титулованный ветеран, ветеринар, и все остальные интересные слова на букву В, Вендетта там. Винстрайк. Очень интересное слово. И, кстати, о Винстрайке, это история цикличная. Я первый раз этот матч увидел именно на этой сцене. Именно в таком составе еще... уже 3 года назад, и часто оно повторялось. Повторялось очень часто, но вот теперь прошло много патчей. Уже успели поменяться персонажи, уже Сол не тот Сол. Уже у Курокича далеко не Потемкин. Так что можем ожидать многое. Но тут у нас по Голдберстам ясно, что это батлчек. Типа, единственный человек, где ты задумываешься, батлчек или нет, он сейчас сидит в зале, это Егор Дарксталкер. То есть там Голдберст — это стандартный раунд старта, типа норма. Что ж, да. Да, по никам и персонажам у нас все проставлено правильно. Ашамрят на соле. Курокич начинает сразу со Слеера. Поехали в Char Select. Поехали на выбор персонажей, поехали играть. Ну да, тут тестамент непозволительный, как бы ты не хотел ничего доказать. Ашамрят не пропустит, и тут друг к другу уже идут игроки или нет. Курокич все-таки решил проявить инициативу и первым подойти. Слушай, я вот, может быть, это эффект того, что мы слышим через наушники, но мне кажется, для такого матча было не очень громко. Дорогие друзья, Ашамрят против Курокича на Moscow Slam. Проигравший вылетает из турнира, занимая 5-6 место. Где ты такое еще увидишь? Да, конечно, эра динозавров проходит, астероид уже упал. И у нас есть новые замечательные интересные игроки, но пока что мы посмотрим, как настоящие мастера фундаменталов разбираются друг с другом. Кто же из них дальше будет сражаться с Анджи Плеером? Ну, причем там, знаешь, Анджи за Анджи, Анджи погоняет фактически. Так происходит, так происходит. Ну и пока что... У Курокича явно есть преимущество, но он в такой ситуации, где оно немного играет. Да, ему нужно найти какой-нибудь минимальный хит, типа такого. Как интересно, что это конвертится. Каждый раз смотрю на разных слейеров и вижу какие-то совершенно безумные вещи. А если там еще выше и делать именно вперед проезд на Денис, это может сайт свичнуть. Опа, Пайл Банкер! Луп мы могли бы ожидать, но слишком близко к стене. Не, Курокич старается не выпендриваться слишком сложными вот этими вещами. Все делает по прям гаранту, чтобы все было хорошо и не дропалось. И суперочек ПРЦ укус. Переносятся кадры инвулов. Угу. Такая вот техника. Мы это почти что БДЦ, но только за полметра. В целом нормально и точно так же должно ломать пальцы, потому что да, все понимают почему. Ну, вот ты говоришь, не любит выпендриваться, а вспоминая гранд-финал последнего Geek to Cup, я по себе Павел Бункеров нормально получал в лупах. Так что, ну, пока что Ашамрят будет показывать вполне себе стандартный солстав, но слушай, стандартный не значит плохой. Оставляет метр для того, чтобы поиграть нейтрал... А, мне даже пропития не было. Я так что-то засмотрелся. Так непривычно, что... Подождал. О, нет. Ой, как подождал. Вот тут был выход на луп. Тут мне никак не откажешь. Да, немножко, конечно. Знаешь, это вроде как бы вижнул бросочек, а по итогу оказался прав. И вот пошел первый. Второй. И на этом хватит. Очень-очень много урона. Сол, конечно, может сделать то же самое. И не добивает. Как так? Ох, успел зарекавериться в такой ситуации. Курокич в шоке. Да я бы тоже был поражен. Да даже я поражен. Да и зрители поражены, слышал, какие звуки издают. Аши, кстати, очень хорошо сейчас отыгрывает матчап с точки зрения того, что он прям держится на дистанции, где мап чувствует себя не очень комфортно. Вот это я понимаю конверсия, да. 6 хс. Пайл Банкер супер, что это? Это Слеер. Так всегда было. Но дропается что-то, либо бейтилось, и Ашамрят воспользовался этим. И да, бурстится где надо. Поехали в суперочки. 1-1 по сердцам.
если такие конверсии будут продолжаться, Винстрайк закроют из-за убийства. Причем я не знаю, кто кого убьет в данной ситуации. Пока что очень аккуратненько. Ну, может быть, не сказать, но очень аккуратненько играют оба игрока. Там были хорошие футси, ход у Ашамриата. Это стандартный neutral jump от обоих игроков и ожидание. Но дроп! Неприятный. Очень неприятный. Это уже не первый дроп от Ашамриата, который буквально в том месте, где, по идее, не должно было бы быть. Причем страшно не потерять урон, то есть ты все еще оставляешь позицию. Но то, что ты потратил уже метр на это, вот это фатально. Все-таки мы все еще играем про игру с ресурсами. Файлбанкер — это плюс, ибо воздушный блок. Знаю, это Шемля, где можно залезать. БРЦ! Это Форес! Дефлект в воздухе! Редкая ситуация! 6 хс мимо, все еще живой! ЮРЦ! 2 аж! Вот тебе, держи такой футис! Нету коннект, там сейф-джампик. Ждет Аши! И не повелся! Неужели он же... У меня остался осадочек того, что где-то был какой-то мисс-импут, но я не могу утверждать этого. Ну, судя по выражению закройщика, то, наверное, сам был удивлен тому, что в целом произошло. Но там из угла и КВК сложно. О, вот это отличнейший бэкдэш от Ашамриата и сопровождение своего оппонента на другой экран. Ура сейчас не в самой приятной ситуации. Камбэкнуть в этом раунде будет тяжело. Будет невозможно. Уже невозможно. Так, держится на дистанции. И Аши нет. За бэкдэш много бы отрывало лица. КС — это отличнейший стартер. И у каждого персонажа КС именно по бэкдэшу, это, наверное, ну, в топ-3 лучших, наверное, входит. За некоторым исключением, но все же. О, нет! Файлбанкер вытер руки. И еще один. И еще один! Корнер-ту-корнер фактически оставляет своего оппонента в углу. И это будет вифнутый команничек, но такой комбы будет недостаточно. А вот... И снова 1-1 по сердечкам разменялись. Очень-очень напряженная игра для зрителей, наверное, настолько, насколько и для игроков, причем сердечко прихватывает. И БФДМ от Курнавеки. И да, попытка граба. Аж подумал, что слишком глубоко залетел Урокич, но не тут-то было. И это сайд-свич, КХ! Что ж ты нажал? Будет комбо... О, нет. Ой, это бэкдэшек был пойман. Да. Тут, слушай, я бы сказал... Это ранее Волстик спас Ашамриата от очень большого урона. А что же сейчас будет спасать Курокичи? Бёрст? Бёрст пока спасает, но полный метр. И бейтился! Курокич все еще показывает, что он русский. Не надо путать произношение с количеством букв в написании. И вопросы есть. Ну, никаких вопросов, там, скорее всего, пьет водичку, ресетает майндсет и погнали. Пока что очень ровно идет игра. Ну, как и положено данной паре, если честно. Ой, да, отдается буш, там можно очень хорошо поконверсить в файл бункер луп за бесплатно. Вот так? Нет, он забыл нажать close slash. Хотя нет, он, наверное, хотел через 2S, чтобы именно ставить себя был, потому что близко к углу тяжело. Ну, ты говоришь, не любит выпендриваться крутыми комбами, а вот сейчас из-за этого потерял многое, но вот теперь погнали. Вот тут можно повыкобениваться немножко. Это, давай... кстати, тоже гарант, если чё. Это гарант-стартер. И все это прям прямые тайминги. Курокич верен себе. Да, ничего человеческого ему не нужно. И что? Потому что урон бешеный. Люди так дамажат, я не видел такого. И у нас это так-то находится на сетпоинте Кура, и ситуация в Ашамриате, мягко говоря, печальная. Да, с таким прогретым гардом. Ой, находит, где зайти, но приходится сидеть все-таки терпеливо. Окей, все, сбросил себе гарды, но... Панч, антиэр, кик, антиэр, руслера, это очень много, и кажется, этого хватает, и Курокич проходит дальше со счетом 3-1. Выбивая Ашамриата в топ-6, топ-5, топ-5, топ-6. Да, все так. А это означает, что у нас выровнялась сетка винеров, выровнялась сетка лузеров. Все на одинаковых этапах.
И тут уже более интересный матч, потому что такое видим мы не часто. У нас виннер-финалы будут следующими. Тимонатор против аниме Мемеса. Да. И самый худший результат в этом случае для проигравшего — это топ-3. Да, там... Самый худший результат для победителя — это уже топ-2. Так что мы сейчас встречаем заслуженно совершенно двух сильнейших игроков сегодняшнего турнира и этой сетки топ-8. Тимонатор и аниме Мемес. Ожидаем на сцене и ожидаем интересную игру Анжи против Ина в финале Венеров Moscow Slam. Я бы сказал, что это интересный матчап в плане того, что имеется Тимонатор. И многие, думаю, помнят тот человек, который очень быстро освоил 6П. Он очень любит нажимать 6П. 6П это прям часто его опция. И Ин от этого, кстати, вполне себе страдает. То есть ты ховердэшишь 6П, пошел нафиг. Поделейл 6П, пошел нафиг. Нажал какую-то другую кнопку в воздухе, пошел нафиг 6П. Тимонатор в этом плане очень хорош. Но и Мемес умеет адаптироваться под ситуацию. У 6П все еще есть КХ рекавери. Я слышал крики, но там же должен быть батл чек. Должен же быть. Ну должен же быть. Это батл чеку аплодируют. А представь, что будет, когда они играть начнут. Ну, я надеюсь. Да, там звуки, знаешь, такие легенькие звуки. Если был бы реальный матч, там бы сейчас просто месиво началось. Мне нравится, что, несмотря на то, что они как бы, ну, понятно, что, может, там в голове немножко напряжены, но все вполне себе расслаблены. То есть сейчас, как только выход будет из батон чека, серьезное выражение лица Тимонатора на секунду поменяется, он снова расслабится, будет, там, получает удовольствие от игры. А Мемес, он как бы, ну, всегда в целом такой активный. Ну, естественно, если делаешь шаг вперед к своему оппоненту, у тебя тоже в полной готовности, а значит, что, ну, теперь же никаких батон-чеков. Уже сейчас прям экран загрузки летит, орел, и пролетает он на CDM Винстрайка. И мы сейчас даем шуму, дорогие друзья. Аниме Мемес против Тимонатора. Винер финал. Guilty Gear Strive. И хорошее начало, и сейчас 6П Тимонатора, который так сильно хвалил, его подвело. А будет ли использовать дефлект? Вот у Брукича дефлект очень хорошо работал в этом матчапе. Есть ли у Тимонатора такое же продвинутое умение использования дефлекта? Пока не видно, чтобы на самом деле оно было нужно. Сколько всего сделал аниме Мемес и Life Lead все еще у Тимонатора. Но... Ладно, бурс тратится, хорошо заходит рыба, и... Просто ждет. Он бейтил, конечно, понятно, что бейтил очень хорошо зашла пешечка, не выпускает аниме Мемеса из угла, и это быстрый первый раунд. Ну, слушай, кажется, как будто пока что не появляется причина, чтобы использовать дефлект, то есть он очень бодро забирает ход. Он же, конечно, да, свои интересные способы справляться с всякими фокусами Ина, может быть и без дефлекта, но... Интересно, что здесь решил выбрать именно рыбу. Видимо, не был уверен в рекавере. И бейт Тимонатор за что так? Какой же он жестокий. Сам по себе милейший человек. Даже когда стоит отыграть, прям всегда на позитиве. Но кажется, сегодня он пришел с оружием в руках. Посмотрим. Все-таки у Мемеса есть умение адаптации тоже в кармашке. Пока это был только первый бой, может еще раз кликаться. Бурст отдается для того, чтобы попробовать не потерять ход, но не получается, замысел, шалость не удалась. И простенькая комба в суперочек, но урона будет очень много. То есть вот такие простые конверсии для Анжи это тоже нужно. И в целом вознаграждается. Ой-ой-ой, как же машет своими веерами, какие же далекие кнопки, и полметра тратится для того, чтобы помиксапить. Там сейчас страшная ситуация, я обычно привыкаю, что когда тратится метр, тебе прилетает оверхед. Ну, то есть, видишь, что что-то у тебя взрывается, что-то светится, это оверхед. И дефлект используется против Анжи, просто как-нибудь оттолкнуть от себя этого монстра. О, вот и 6П! Заслуженно, Тимонатор как будто выучил все матчапы. Он знал, против кого он будет играть в этом топ-8, заучил все. И контрплей одной сильной опции заменяется на другой, это будет супер. Будет ли тратиться ПРЦ для большего урона? Нет.
Там, а там и не фул метр. Я уже так привык, что, знаешь, когда так долго комбят, уже все набирается. Дефлект! И казалось бы, мимо. И Коус летает, это 2-0. Что Тимонатор делает? Это точно первый его оффлайн? Кажется, как будто у него вообще никаких нервов нет, он в себе не сомневается. Ну, Мемис, кажется, тоже все еще держится. Сейчас посмотрим. И снова, как же контролирует Тимонатор воздух. Казалось бы, это должна быть арена Мемиса, но в этом моменте он его останавливает. Клоу слэш, паниш. Прокрутка работает, как часы. Мне кажется, всему комьюнити после сегодняшнего дня нужно будет просто пойти и изучать матчап Санджи. Это была ситуация когда-то уже тоже похожая, только с Рейвеном в Эксарде. И мне кажется, с Жако в Страйве тоже что-то такое было. Но, в общем, надо просто идти и разбирать матчап. Ну, у Мемиса пока есть один раунд, чтобы разобрать. Тут да, это матчпоинт для Тимонатора, безусловно. И разбирать в прямом эфире Мемису тоже уже не впервой. Разобрался, да, в чем видно был фэдэкансл от Мемиса. Своевременно и снова контрхит, не верит он в Мити. Здесь есть уважение, но знает, что там нельзя так. О, если бы это не был бэкдэш, Мемис бы куда больше достал, конечно. Замечаю у Мемиса то же самое, что замечаю и у себя, кстати. Нету веры в рэнджи, Анжи. Кажется, что он до тебя просто не доберется, что эти удары не настолько длинные, но настолько. Да, с ярости подпитывается его реакция. Ой, и дефлект отлично срабатывает. Получается выйти из угла, но да, настолько длинные. Но тут одна из привычек Мемиса играется. Он очень любит после левкика из угла сделать стрелку, а Тимонатор к этому успел адаптироваться, и КХ от Анджи это всегда больно. Но Мемис все еще преодолевает. Есть хорошие миксапы, хорошие конверсии. Волслам. Как будто это означает, что у Мемиса есть... 6П заходит куда надо! Полной конверсии, конечно, не будет. Снова отдается дефлект. И 6П снова заходит куда надо. Я тебе говорю, магические просто кнопки. Пойми, что это 6П выбивает просто все. Даже если это лоу-удары. Что он там выбил? Что это за 6П? Он там ногой, может, еще вперед ступанул специально. Но это получается, что у нас Тимонатор на Анжи проходит в гранд-финал Moscow Slam'а по Guilty Gear Strive. Первый оффлайн. И уже имеет как минимум преимущество в одно дополнительное здоровье с точки зрения турнирной жизни. Ну, это просто история успеха, я считаю. У нас было такое тоже уже когда-то в комьюнити с, дай боже памяти, по-моему, в Текине приезжал молодой человек из каких-то далеких сибирских земель тоже на свой первый офлайн и выбивался в топ-1. Ну, история может повториться. Все-таки пока что Тимонатор показывает, как будто он, знаешь, посмотрел на свою сетку, такой, ну, скорее всего, топ-8 будет такой. И сидел каждую, то, что любят назвать дешевыми опциями, условно, МЛА, мало кто контрит Уина стабильно. А после этого у него миксап очень серьезный, очень опасный и вполне себе реварный. А тут редко какая МЛА заходила, всегда получалось 6П. И то же самое можно было сказать в матчапе со Слеером. Мастерс Хаммер всегда бросался. Он его ждал. Он выбрал конкретные опции, которые он будет ожидать от оппонента, и от их отыгрывал. Это вполне себе файтинг гейм фундаменталы. Давай посмотрим, кстати. Ну, то есть сейчас мы посмотрим на MadMind'а и Курокича, которые уже сидят и настраиваются. Но... если сейчас Курокич преодолевает MyMadMind'а, ну, у нас Slayer, то у него реванш с Тимонатором. Реванш сначала с Мемисом? Сначала с Мемисом, да. Точно. Да, если там... он преодолевает, то тогда выходит реванш с Тимонатором, который уже... Ну, то есть, в том, что мы видим сейчас в нижней сетке, Тимонатор... не сражался только с MyMadMind'ом, а Курокич и аниме Мемиса он переехал совершенно уверенно. Да. То есть...
это большое такое подозрение на самом деле на топ-1 для Тимонатора. Загадывать мы пока не будем, но просто, просто задумайся об этом. Стоп, он же и правда там и 3-0 Куротича. Что за ужас? Что за ужас здесь творится? О чем и говорю, о чем и говорю. И при этом мы все еще рассматриваем сценарий, где у нас потенциально есть Mirror Ange в финалах. Да. Если Мэтт сейчас сможет уничтожить Курокича каким-то образом, может быть, у Курокича посыпалась менталка после поражения Тимонатору, и он сейчас будет бояться всего, что есть у Анжи, просто как огня. Все вот эти коробки будут красными вспышками, вьетконговскими, просто у него взрываться перед глазами, он будет забиваться в угол. На самом деле, наверное, такого не будет. Эти игроки сейчас друг с другом уже не первый раз, друг друга знают. Насчет знания матчапов, тут дело немножко более спорное. Я помню, как MyMadMind говорил, что матчап со Слеером не будет учить из принципа, потому что персонаж просто самое дешевейшее мусорное ведро, которое только могли завести в эту игру. Просто нельзя относиться с уважением к игрокам на Слеере. Я, например, не уважаю. Не, ну смотри, уважение все-таки есть. Он встал, он встал. Все-таки да. Что за фраза? Это должно быть. Нет, говорит, нет. Вы что, с ума... Не, я начал, Курокич, вы что, сдурели? Да. Нет. Это все-таки матч за выход в топ-3, дорогие друзья. Курокич на Слеере против MyMadMind на Анжимита. Кто-то из них заполучит все-таки третье место уже гарантированно, а кто-то уйдет, наверное, на самом неприятном, на четвертом месте. Уж. Да, тот, про кого говорят, хорош, но не лучший. Да. Многим нам это знакомо. MyMadMind на Анжи, Курокич на Слеере. Да. Встречаем. Не стоит обманываться, сейчас все встанет на свои места, как и должно быть. Но я думаю, все уже привыкли. То есть, ну ты не будешь ожидать от Курокича неожиданного Анжи. Хотя, не, ну будь это аж вряд, я бы поверил. Пока разменялись ходами и отдаются ресурсы у MyMadMind, отдаются в хорошую конверсию, в принципе, да. Зафейковался Джанкер. И 100 метров, между прочим, у него лежит в кармане, 50 тратится на миксап и не выпускает никак просто из угла этого Слеера. Очень-очень серьезная заявка на победу в раунде. Ну, слушай, это натурально похоже на травму. Что есть, что есть. Возможно, все-таки стоит присмотреться к одному пику, который был известен, что контрил Анжи. Ну, посмотрим, как все получится сейчас. Потому что пока что MyMadMind доминирует. Да откуда так много? Или нет? Он и не блочил, он не поверил. Там никто не поверил. Такой спагетти гейминг. Насколько я знаю, очень много ребят с ЕМА даже смотрят этот турнир и болеют за Курокича, потому что они его давно не видели, не наблюдали за его сценой, хотя победитель ЕФА все-таки. И сейчас победитель ЕФА отправляется в следующий раунд, следующий бой. Perfect. MyMadMind 1-0. Чар селект-то будет? Не будет. Чар селект остается на Слеере. Никаких Потемкиных. Потемкин — это очень плохо. Ну, может быть, как, знаешь, последний уже. Но пока что, да, все Анжи... Ну, вот это было хорошо, нормальный прессинг, и что-то произошло. Тут иначе я это не могу описать. При том, сколько было сделано и с одной, и с другой стороны, по жизни идут совершенно ровно. Хорошая конверсия от Курокича. MyMadMind успел что-то нажать. Не классический раунд-старт, оба очень аккуратные, нейтрал-джамп и бэкдэш, и MyMadMind забирает инициативу буквально сразу же, начинается прессинг этот грамблюшный. Все, у нас теперь стагер — это грамблюшный прессинг, да? Да. Как концепция с других файтингов не воспринимается. Абсолютно, грамблю его популяризовал настолько. Понял. Ну, потому что там больше ничего не было, к сожалению, кроме этого. Ну, сейчас появилось, и появилось еще... Одна победа. Ну как, MyMadMind? О, нет! О, это сразу хорошая заявочка просто.
и Бурс отдается после потерянных половины жизни, конечно, но это ничего, ничего. Ну да, один из... Банкер лупа — это круто, но их минус в том, что если тебя берстят, ты остаешься в углу. То, что Куроки сейчас вышел, это потрясно. Но могли произойти и вещи. Произошли. Можешь сделать банкер луп? Круто, чувак. Но способен ли ты пофутсить? Ну, пофутсил. Оно было. Куда-то улетает Медмайнд. Куроки попытки зачейзить не преуспевают все действия. И БФД на вейке, хороший тайминг от Курокича. И вот тут минусы бэкдэша Слэйера. Да, инвуля есть, но долгое время он даже после этих инвулей, как бы коробки на том же месте, что он был. Из-за чего куда чаще его ловят на подобных бэкдэшах. И сейчас Майнд вполне себе может забрать, хотя скейлинг уже подвой... А, ну супер. Ну, нет, да. С супером, да, должен все-таки, вылет килл. Да, вил. И опять перфект. Если дадут возможность Майнду получить преимущество, он ее не отпускает. И вот ну, пока что здесь. Мне кажется, преимущество в том, что просто на скрытом S-тире играет на MadMind. Да, мы теперь такие выводы делаем, да? Да. Пока из того, что я вижу, да. Ты говоришь, что ты не учил матчап, а это что такое? Это то самое. Кажется, Курокич после EFA явно замотивировал игроков учить контрплей самому дешевому. Что эти слэйера, я считаю, что мастер с камеры, это, наверное, ну, плюс 20. Это как бы много, там больше, чем плюс 20. И какие-то миксапы. Хотя, может быть, есть что-то дешевле, например, этот урон. У слэйера все дешево, если что. Потому что сам он выглядит достаточно богат. Да? А, ну, ты не можешь стать миллионером, если ты будешь слишком много тратить. Это правда. Ну, хорошо, просто выходит, отличной конверсии, правда? Ой-ой-ой-ой-ой! И прибило даже на такой дистанции. Там даже по анимации будто прям подтянуло MadMind, и огромный дэмэдж. Не включились еще гасы Анжи, за которые он известен, и... Есть отличный русский бейт! Курокич 2-1! Вот это, конечно, было очень интересно. Когда Слэйер влетает в тебя с эйр-комбо и... Ну там же ничего нет больше. Нет, там на самом деле есть вариант выйти в файл банкера, и Джейсон Томас часто это показывал, который будет стримить. Все блочится, но не все. Ну, нельзя фактически... поблочить все. Знаешь, как вспомнить все, только поблочить все. И это хорошая заявочка на победу в раунде для MyMadMind'а была, пока Курокич не перенял инициативу. Бэкдэш наказывается. Приходится отдавать бурст, урона, конечно, было бы очень много. И вот она, очередная та самая ситуация, когда ты не знаешь, что Анжи до тебя доедет, а он доезжает. Ой, сейчас доедет, возможно, и MyMadMind'а в следующий раунд. Ну, не было метра на супер, к сожалению, а... Нет, он не понял, что это такое! Это был самый медленный замах его жизни! Там в 30 плюс фреймов! Ну, если ты не будешь его никому показывать чаще, чем раз в 100 боев, то его когда-нибудь съедят. Ну, это первый за сегодня, и сейчас Курокич на сетпоинте. Как же давит. А вот то, что, о чем я говорил, ПРЦ был, но позже, чтобы заставить оппонента немножко поверить, что он вам может забрать ход, но MyMadMind был терпелив. У Курокича почти есть 50 метров, MyMadMind позитив. А, немножко не передилейл! Но тут метр никуда потрачен, это был ПРЦ, поэтому нету пеналти, и Курокич все-таки заберет. Но... Ой-ой-ой! Нет! Что это такое? 2К2Т! Возмущение MyMadMind ощущается даже здесь! Тапдаст! Было опасно здесь бюрстить, спотыкается! Не добивает и 2! Эйч! 3-1! Курокич! Проходит топ-3! Moscow Slam! А я попрошу отдать шуму для топ-4 Moscow Slam по Guilty Gear Strive MyMadMind! Ну, теперь Курокичу далеко уходить не придется. Здесь путь только вверх. Да, и вверх это туда, где Инна будет над ним летать дайв-киками, потому что сейчас к Курокичу на сцену присоединяется аниме Мемес. Для того, чтобы выяснить, кто же из них останется на третьей строчке в нашей турнирной таблице, а кто
попадет обратно в ад к Тимонатору. И я напомню, что обоих этих игроков Тимонатор уже очень уверенно уничтожил до этого в верхней сеточке. Так что сейчас им предстоит сосредоточиться сначала друг на друге, подумать над своей будущей стратегией, что они будут делать, когда они преодолеют сначала этого противника. Но в любом случае, это уже у нас заранее титулованные Moscow Slam'ом игроки, потому что это уже топ-2 и 3, топ-3 и топ-дальше этого турнира. Мы увидим их, безусловно, на награждении, но пока что надо понять, кто же останется. Ну, в каком порядке? На самой низкой ступеньке, кто будет праздновать при этом больше всего. Да. А я все еще напоминаю, что если у вас есть большое желание, вы можете попробовать в гаче раскопать карточку с игроком слева, с анимонемисом. Карточку с Крокичем мы пока не сделали, но я слышал... были какие-то коллекционные издания карточек с Цоем, так что, возможно, можно будет найти альтернативу. Я, знаешь, осознал сейчас, пока ты говорил про титулованность, что My Man Mind был последним игроком из третьего пула. То есть он дошел так далеко и выпал, то есть, через все это. А у нас тем временем, ну тут друг к другу подошли, они знают, как это делается. Не первый раз, это уже опытные игроки. Много раз были на сцене. Я напоминаю, Anime Memes — это топ-2 у нас солянки. Это был в целом прошлый такой, знаешь, офлайн в одной из столиц. У нас все-таки считается СПБ второй столицей. А мы можем дать шуму, дорогие друзья. Anime Memes на Ино против Курокича на Слэре. Матч за выход в гранд-финалы Moscow Slam 2024. Guilty Gear Strive. И... О, блин, как же я обожаю эти заставки. Да, сделано хорошо. Мультики мы не пропускаем, конечно, почему бы. Ну, тем более, так все это красиво выглядит. Оно дает последние секунды настроиться. То есть в этом есть свой плюс. Одно дело, когда ты в онлайне, ты, знаешь, ну все-таки немножко более пофигистичен. Как-то прожимаешь кнопочку. Давай, дальше, next boy. Нет, здесь надо настроиться, в последний раз стряхнуть руки, размять запястья и... быть готовым к худшему. И пока что первую инициативу, хоть и небольшую, получает для себя Anime Memes. Ну, нужно быть очень аккуратным, конечно, потому что Ина рассыпется с одной комбы. Ну, полторы. Хотя, если будет нет. Если будет хороший стартер, то это просто все. Да, учитывая, что Александр, он сыграет без наушников, он, наверное, воспроизводит себя в голове, но пока что он полностью в игре, сосредоточен, и это хорошее пробитие, потому что позитивом Инна играет совершенно иначе. Отдается метр на миксапчик, и вот ты уже в объятиях Слэйера, просто туда-сюда, left-right, там еще и хай-лоу тоже. Пойди угадай, что происходит. Синий бит, комбит в очередной раз, и убивает синебитный комбо Anime Memes. Заветное первое сердечко этого сета открывает счет. Да, не забываем, что синий бит еще выходит, когда вы не блочите после такого стаг-эффекта. Надо его тоже уважать. Так, ну, и ГХ очень жирный, но решает остановиться. Мемесу важно держать, короче, в углу. Но вот Кура очень быстро меняет позицию и уже преодолевает половину арены. Хорошо был прожат 6Б в мапу, и хорошо еще было прожато. Слушай. Ну, сразу видно, кто стал лучше как игрок. На, нейтрал. Дефлект против Ина работает. Это он уже у Тимонатора подчеркнул. И это был трейд, но трейд выиграл Anime Memes первый бой этого сета. Ну, кажется, хочет Memes как минимум повторить результат прошлого. Крупного оффлайна, где он прошел по классе. И тут Бёрст отдается. Ух ты. Прям чейзит активно Курокич. То есть вот Мемес сейчас пока метр не набрал и не может найти, куда бы ставиться. Он пытается больше бегать от своего оппонента. И вот Курокич хорошо чейзит. И тут, по-моему, был все-таки выбран граф, но командник, естественно, в этом плане будет лучше.
достаточно быстрый раунд для Курокича. И... Ну, для Slayer только такие. И тут, да, что-то не получилось, что-то не фартануло. Кура, Кура стабильно любит комбить именно в командник. И... Ой-ой-ой. Стоп. Я же говорю, это ужасы, 6П иногда происходит, ужасы. А мне никто не верит. Теперь все записали. И... Ой-ой, как же он стабилен с этим. Мне кажется, вот это он прям лабил. Потому что да. Мы видели, что на предыдущих турнирах он это пытался часто делать, но периодически возникали такие контрфитики. А тут нет, тут все стабильно. Синий бит уже в сторону Курокича. В ответ отдают Верст и оба игрока без сейф-механики. И вот Мимис пока что мастер с камер не готов так сильно, как Тимонатор, и это Курокич видит. Ох ты ж, йоу, как... Какие же у него страшные ОТГ миксапы. Что есть, то есть. Не поверил Курокич счастье, что попал кит. Либо ожидаешь, либо КХ, либо ничего. А в итоге отдал преимущество за полученное. МЛА. Ресет за ресетами. Трейд был бы в пользу Кура. И ох ты ж. Антиэр с помощью супера. Есть, конечно, полметра у Курокича, но заявка на победу в раунде для Мемиса существует. Она была, по крайней мере, направлена по адресу, ее пока не рассмотрели. Ну, успели рассмотреть. Хотя, там, знаешь, на пункте передачи осталось добить. И тут хорошее начало для Кура. Ина в углу, это лучше, что ты можешь там ожидать в подобной ситуации. Ожидал, конечно, Куроки, что там дайв-кик пойдет, и Мемис тоже ожидал, что он будет ожидать. Ожидал его ожидания? Все так. Очень много метров нагенерился Кура, и тут уже можно будет добить любого кита. Но ЮРЦ спасительно и не уважает Кура, это 2-1. Но очень близкая игра. Очень. Ну, что, чему нам в целом удивляться? Топ-3, в конце концов. Слышу поддержку со стороны толпы. Посылает Мимису энергию. Хорошо вскрывает, и это минус полжизни у Слэйра. Но не получается повейкать, что же такое, что же там дропается. Там дропается именно комба полноценный. Как же много урона! И переждал Мимис, и 6П мимо. Простая комба, но хорошая. Вот здесь он уже ошибся с ПРЦ. Ну, первый раз в подобной ситуации. Но зато у него есть метр. Мы это точно знаем. Причем фуловый. И ресет за ресетом. Ресет погоняет. Мемис не сдается. Он получает 80% по лицу. И потом ломает лицо оппонента. Оставшийся 20. Но ситуация, конечно, опасная для него. Ой, как хорошо. Ну, тут, конечно, приходится отдавать бурст. Но для Мемиса это даже лучше. Сейчас отыгрывать столько времени без возможности для Слэйера. Да, хотел я сказать. Пока говорил, все уже. Возможность предоставилась. И чего там за бейты просто? Да, чего ты делаешь? Он же русский, это ж Куроки, чем будет дальше бейтить. Но меме, стальные нервы, empty low. И это волк лампы. Ой, дефлект. Слушай, даже если минус не может камбэк в этом раунде, хотя все шансы есть! Пробитие супером. Если супером, то нормально, но все еще нужно не забывать про ПРЦ со супера. Со стороны Кура. И да. Вот оно! Еще одна вещь просто, за которую нужно бояться подходить к Слэйеру. И вот... И снова. Сейчас как бы не засноубоился Кура. Попытка чекнуть, а для него имеется неудачная. Надо как-то выбираться из угла. 2 H пробитие. Супер. Мопа. Панч. Метр всегда есть на нее. У Слэйера, как и ранее, нет никаких проблем с гейном. И как же он засноуболил. Курокич отправляется в гранд-финал, а мы даем шуму для топ-3 Moscow Slam Anime Memes! Ну, ты все-таки правда предсказал, придется Кура встретиться с Тимонатором. И даже несмотря на то, что он выиграл матч против My Mad Mind, страх был виден. Анджи все-таки боится. Или же все-таки для него весь топ-8 это был период, когда надо было раскликаться.
Ну, вряд. Вполне возможно, на самом деле. Ну, то есть этого я отметать тоже не буду. И к тому же с Тимонатором все-таки был первый бой. Потом... Первый же бой. Первый. Мы с этого начинали. Первый бой это был, и после этого была возможность подумать, отыграть с Mad Mind и посмотреть какие-то штуки, которые можно использовать. Может быть, сейчас больше готов к встрече с Тимонатором, к реваншевой. Но я напомню, что у Тимонатора есть еще одно небольшое преимущество, кроме того, что он уже убивал Курокича достаточно уверенно до этого. Это преимущество заключается в том, что у нас full double elimination сетка. Это значит, что Курокичу, пока он идет из лузеров, нужно выиграть два сета против одного сета Тимонатора. Mm-hmm. Ему будет просто сложнее. И тут есть свои плюсы и минусы. С одной стороны, Тимонатору надо играть меньше. Mm-hmm. С другой стороны, кто из них на длительной дистанции, если Куроки сейчас выиграет, покажет лучшую приспособляемость к своему оппоненту. Опа. Нет, это бейт. Это бейт. Сыграл на хайпе, ты конечно, видишь, Курокич. Ты видишь, это хитрый? Да нет, он себя обманывает. Не может просто в покер ему не играть. Не, ну я уже пал жертвой игра финала против Курокича, потому что, да, ты можешь его выиграть изначально в венерах, но чем дольше, тем сложнее. И тут он уже и про Тимонат успел наиграть. Что это такое? Что случилось? Подойди, пожалуйста, говорит, давай, вернемся. Все. Так, там Миле еще какая-то связь. Да что это? Ну-ка. Да? Да? Или нет? Или бейтит? Да? Будет? Нет. Ай. И, дорогие друзья, прошу любить и жаловать на Винстрайк Арене сегодня. Гранд-финалы Guilty Gear Strive. Тимонатор против Курокича. Довалите шуму, друзья. И шума и правда навалили, и хороший старт для Курокича, загоняет Тимонатор в угол, но приходится самому давать бёрст ради темпа. Ну нет. Еще? Прыгай! Нет! Вспоминают классики, но тут хотя бы командник не так много дамажит. Да, ну как тебе сказать, половина жизни там... Нашел Курокич все-таки какую-то свою панацею, сейчас придется Тимонатору... выбирать опции для того, чтобы этому противостоять, а Курокич уже, скорее всего, будет где-то там ожидать со своими ловушками на выпрыжке. И действительно, смотри, тянется своими лапищами просто. Слушай, вообще в целом-то он угадал, просто не стаймил. Тимонатор уважал достаточно долго. Есть, ПРЦ, но слишком переделаил. Да, ты хочешь поделаить, но не так же. Очень ногиха. И погнали, букл. Ой, дефлект работает, но не работает, потому что Анжи двигается вперед практически на всем, что у него есть. И сейчас в целом двигается вперед с метром. Можно будет ожидать и пускай нагифу, и многое другое. Но пока что леща дает Курокичу. Карпа. Ну, мы в России. У нас, конечно, тоже карпа есть, но мне кажется, это действие иначе писать нельзя. Попытка была, видимо, выпрыгнуть, но не своевременно. Тимонатор пока что стоит в углу. И тут... Ой, господи, и не подобрал, а жалко. Там такая хорошая комба была бы, вот это. Вот такая, да. Вот дали ему попытку номер два, и сейчас с позитивом. Да, у Тимонатора есть бёрст, но тут придется играть без ошибок. И ошибка была совершена. Ой-ой-ой. Все было подропано, но да... Поверил Курокич в себя или увидел то, что Тимонатор немножко замистаймил, залез своими панчиками отвратительными и открывает счет в этом сете, в первом сете гранд-финала. И уже открывает бёрст со стороны Джимита. Что происходит вообще? Ой, как же, а почему так высоко бьет? Как там вытянул коробки? Как этот Форест достал? Почему так много вопросов, так мало ответов и так много урона? Да, поехали. Поздний ПРЦ любит Курокич. Что интересно, он на прыжку использует именно GS. Многие слэйеры любят GS, но очень глубоко бьет кнопку, дает адвентаж. Но GS дает тебе хорошую возможность именно по миксапе Strike Throw за счет количества ударов. Ух, а вот это оптимал. Очень больнючий. Кажется, Курокич разогрелся. Главное, или начинаю сдавать нервы. Тимонатор, первый офлайн, это гранд-финал.
Но успеет адаптироваться, есть метр. Не уважаю. У Демонатора, конечно, есть еще один сет впереди, если даже здесь все пойдет плохо. Но это пока еще только второй бой, и тут пока рано говорить. Демонатор, в конце концов, сидел, отдыхал, пока там играли лузера. А Курокич все это время разогревался. Сейчас у Демонатора тоже кнопки немножко разогреются, и он вполне еще, наверное, может показать даже в этом сете. Но пока что идет 2-0 в пользу Курокича первый сет. Ну, тут уже тяжело-то будет. Все еще возможно. Пока нету троечки на экране, сет продолжается. И это лишний раз доказывает Демонатор, получая очень хорошее начало для данного матча. Оверхед лок есть. Вроде бы страшный прессинг, но в итоге совершил ошибку, закончил без метра там, где можно это наказать. Ох, кстати, паниш из Слэйера. Я думаю, там многие сейчас задаются вопросом, почему, зачем, почему именно он, а не я. 6П достает Демонатор местный ПВО. И есть же раунд! Нет, дефлекты, конечно, не работают против Демонатора абсолютно. Метр бурста тратится просто напрасно. Шин Курокич пытался предугадать, но не был достаточно быстр в принятии решений. Вот это интересно. Казалось бы, Демонатор игра был консистент, но тут сдала позиция пушка. И еще раз супермаппа ханч. Мне даже немножко жалко, что не хватило метра для того, чтобы сделать большой супер. Супер и супер-супер. Как Грамблю, опять-таки. Да. Слэйер персонаж из Грамблю просто. Сейчас стридер где-то это слышит. И такой, что вы вообще несете? Бедный организатор Райзинга. Есть граб. И вот оно, вот оно! Нравился с таймингом, и тут... Ой, а там блок, а там блок, а там блок. Да, причем, кстати, такой блок, что при желании можно было бы запанчить Чарльз Дастом. Первое, что я налабил в этом матчапе, что можно Чарльз Даст пикнуть. Но и так хорошо выравнивается. И попытка была граба, но слишком долго рекавери после крутилки не позволяет такой роскоши. Фуджин. И не добивает, нету коннекта. Там Даст, не хватает урона, нету метра. Держится Курокич, ФД. Панчиками, любой урон его хватит, ФД отдается, и мимо, мастер скрамит. Как же хорошо пофутсил, просто Демонатор сейчас показал эталонное вот это терпение. Он понимал, что ему незачем рисковать и махать какими-то большими кнопками, ему нужно попроще. И этого достаточно. Не прокрутился, конечно, через 2 эйча, Курокич уже был готов, что его и панишит, этот золотой бёрст. И, кстати, под этим золотым бёрстом много метров кто успел набрать за счет комбы Демонатора. Потерянные жизни — это просто циферки для Слэйера. Рано или поздно они сразу же кончатся. О-о-о-о! Ай, полная контра! Первый, просто первый. Самое забавное, что да, там чистые 50 на 50. Если ты бейтишь и блочишь, то ты получаешь то. Если ты бэкдэшишь, ты получаешь супер. Там оба игрока должны угадать, что будет сделано. Наш любимый файтинг. Нажал что-то. Ну, что же он нажал? Прокруточка там была. Да! Спидбёрст! Попытка! ВСУ! Не разглядел! Тапдаст! Занимает! Будет бёрст! Но не успевает! Какой же скрэмбл! Все это очень быстро развернулось, как я говорю. Просто циферки. Отличный раунд-старт для Демонатора. И контр за контром просто заходит в Курокича, пытается где-то залезть. Нигде не получается... хорошо, везде получается только плохо. Ну, опять-таки, только циферки. Лайфлит — это шутка. Дефлект наконец-то помог, но не дотягивается. Павел банкером. 2D, КХ, надо забирать. Здесь сейчас дропает, не дроп, а ресет. Выравнивается по раундам. И это двоечка у Демонатора в этом сете. Если Демонатор выигрывает этот сет, то он выигрывает турнир, я напомню. А, подожди, что-то не так. Не-не-не, это поторопился режиссер, да. У нее есть сценарий? Сценарий есть, а нам не палят. Ну, это чтобы комментаторы работали лучше. Мимо пролетает, пытается пролететь. 5К мимо. Есть лайфлит. Тапдаст, но не набрал чуть-чуть метра. Все еще преимущество на нем.
И будет пытаться меня добивать. 2 H разглядел. Паниш за БГДш. Не так много. Еще чуть-чуть. Еще немного. Есть дефлект. Мимо. Нету паниша. ЮРЦ на дистанции. И 6 П. Слушай, ну это точно сценарий. Перфект, между прочим, заканчивает. И это 2-2. Это был дабл перфект. Это был дабл перфект. Жесть, Тимонатор, что ты творишь? Адаптация, но сейчас Курокич заходит, и очень агрессивное начало. Тимонатору приходится отдавать бёст, прокрутка через мабу. Золотой все-таки вылез, отлично реагирует на топ-даст. И уже без метра Курокич ненадолго. Да, под позитивом накопил, конечно, достаточно ресурсов, пока там прессил. И что? Отпустил, не ввел. Может быть, это было нужно, может быть, не нужно. Скорее нужно, чем не нужно, но весь метр сливается просто в никуда. Тимонатор получает ход. Курокичу теперь ай-яй-яй! Нужно потерпеть. Сначала потерпеть урон в себя, потом потерпеть ресеты в себя, и получается! Что же ты там нажал? Попытка была вот-то супер, но там был гап-лес. Курокич все еще обладает метр, чезит. Тимонатор, уважение. Хороший чек! Здание матчапа! И сейчас Тимонатор! Нет, отдается Бёрд! 6П! Конечно, Слеер просто не может противостоять желанию нажать мапу, быстро просто проехать этот экран. И... Это торнамент поинт для Тимонатора! Готовьтесь, но если сейчас его не поднимут на руки, я не знаю что. Но Курокич все еще имеет возможность ресетнуть. Нужно выиграть этот раунд. Здесь сейчас мимо проходит Форес. Тяжелая ситуация, 2К, 2D, чейзит, бэкдэш. Все, блочит Курокич и наказывает, нашел, конечно же, все-таки не может там же прессить бесконечно. Но дропы есть, дропы, вифы, все есть у Курокича, просто машет всем, чем можно, но... да, по прогретому Анжи все-таки держится свою турнирную жизнь, и это сетпоинт для обоих игроков, но для Курокича это будет означать только ресет сетки, а для Тимонатора весь турнир. И опять 6П, коронная, Тимонатор дает огромный ревард. 2К, 2D. Очень хорошая, на самом деле, кнопка у Слэра, потому что позволяет засетапить интересные миксапы. Тимонатор с великолепной реакцией, ПРЦ, попытка граба слишком ранее. Поехали, без дропов, все стабильно. О, какой же ужас, есть метр! Куда используется? ЮРЦ. Леща. Нет. Ждет. И без бейт, и это ресет! 3-2, Курокич! Возвращает сетку положение лузеров, и мы снова по нолям. Еще 3 раза придется выиграть каждому игроку, чтобы забрать турнир. Какое же напряжение на самом деле выдыхается, возможно, Тимонатор. Курокич разминает руки. Конечно, долбить столько ПРЦ супербайтов никаких пальцев не хватит, но... Посмотрим, насколько усталость влияет на каждого из них, насколько они уже друг к другу приспособились. И это решающий сет Moscow Slam 2024. Люди, мне кажется, затаили дыхание, потому что то, что сейчас будет... Но это прокрутка за прокруткой, Тимонатор. Великолепный отыгрыш решает оставить. И топ-даст, и пробитие. Без супера, возможно, миссым, потому что я так захотел, потому что все еще есть куда потратить метр. Дважды вив, да, коробки, они там... У него не холодильник, у него какой-то срез с горы, я знаю, как это выглядит. Ну, батя такой же. И хорошо, просто Курокич попадает. Комбо не самая большая, которая могла бы быть, но лучшее, что можно было выжить, наверное, из этой ситуации, раз уж... Лучше, чем почему. Мистайминги и прочие штуки. И Тимонатор забирает первое сердечко во втором сете. Ну, слушай, кажется, вот он вообще не сдает позиции. Будет хорошая конверсия. Шин все-таки утыкается по ногам Слеера. Есть уважение от Курокича. Позволяет Тимонатору ресетнуть прессинг. И уже будет он смотреть на то, чтобы как-то пробить бы стеночку. Потому что, да, метр использовали, а позитива нет, и ничего не вернется. И снова появляется метр у Тимонатора и тратится в конверсию. Бурс сейчас появится у Курокича и отдается. Да, делать больше нечего. На крополях хилсы... Бабочка все-таки успела вылететь, а там могло бы быть, в принципе, оторванное лицо Анжи на земле уже. Но, увы, и это единичка в пользу Тимонатора. Ну, слушай, ты знаешь, тут бабочка, она как в фильме «Телохранитель», просто выпрыгнула, своим телом закрыла вовсю. А вот от этого Курокича мало что закроет, огромный урон, ну, по Слееру. Это все еще один из самых плотных персонажей, некоторые... забывают про то, что Слеер это не просто дэмэдж, это еще и жизнь. Но жизни кончаются. Кажется, Тимонатор забыл про то, что у Курокича должно быть много здоровья. Куда оно все делось?
Следующий раунд. Оно просто перенеслось. Сколько перфектов Тимонатор оформил за этот сет? Ну, продолжительный. Это третий пока что? Ну да, но там был дабл. По-моему, все-таки больше. Но я думаю, нас поправят, если то люди там в чате. Потом мы дружно посмотрим это на записи. Все так. Для этого не забывайте подписываться на все ресурсы, которыми мы обладаем. Ссылки наверняка везде есть. Должно быть. Ну, в любом случае, они будут продублировать. Все, блочится, и без метра остается Тимонатор, но все-таки шальной контр-хит лишает Курокича бурста. Поехали, Лев Райт сетапы, которые чаще Лев, чем Райт. И большая-большая конверсия в красивейший супер. Но живет. Все-таки сейчас будет еще дополнительный урон вместо... Нет, не будет. Что-то я так и не получил... Да, не получил понимания того, когда дополнительный еще проб урона возникает. Мне казалось, раз. Что когда стена должна разбиться в нет, этой нет, ситуации. Нет. Там один раз он типа падает и нормально. Вот, но это тяжелая история, и сейчас Тимонатор получает преимущество. И главное, у него есть бёрст, у Курокича накопится не совсем скоро. То есть тут скорее мы увидим какой-нибудь дефлект, нежели бёрст полноценный. И золотой отдается Тимонатором, канцелит, и сейчас будет паниш. И там сайдфиш позволяет его довести до стены, не дропать, до самого конца. РЦ пробивает 2-0. Бурс накопился вот в самый-самый момент, когда он уже приклеился к стенке и было нельзя. И это 2-0 в втором в решающем сете. Гранд-финал Moscow Slam 2024 Guilty Gear. не того они скандируют, ребята. Сейчас вылезет настоящий босс. Вот этот тестамент, которого мы ждем. Он просто немножко изменился за лето. Подкачался. Хотя, если вы видели скетч дизайна, там вот именно накачанный тестамент ожидался вполне себе. У Дайски было такое заготовлено. Но, ребята, готовьте свои клип-машины. Хотя они должны были быть готовы еще на весь топ-8, так что... Ну так-то это один против трех, если что. Все еще Курокичу нужно не только перестроиться на Потемкина, но и не проиграть вообще ни разу и забрать трешку. Шансов поменяться у него уже не будет. Да, он закомичен, и кажется, как будто Тимонатор сейчас буквально в одном миксапе от того, чтобы выйти на Tournament Point снова. Вопрос, играл ли Курокич на Потемкина после бафов? Там флэр и леща в хит, что ты ожидал? Там нельзя, у тебя нету ДП, не разводи руками. Это сет-поинт, это торнамент-поинт для Тимонатора. У него все хорошо по ресурсам, бёрст есть. А вот у Курокича там пока что проблемы. Слышу, орут, давай, говорят, но нет, подбастер. Первый пошел, где первый, там и второй. И будет третий. Сейчас как будет классика. Нет никакой классики, мы все знаем. Тимонатор тоже смотрел эти шорты и пытался отыграть от стандартного сценария, но Курокич как бы готов как никогда. Отличное начало. У Курокича накопится бёрст на момент пролома стены, из-за чего это менее важно. Тимонатор с позитивом — это машина смерти. Знает ли Курокич? Ну, то есть он знает. Вопрос в том, найдет ли он сейчас, где заходить. И 6-3 работает. Но там слишком низко было. Конечно, да, Джамдаст. И это будет комба! Нет, это не комба! Только не так. Попытка была выпрыгнуть, и ресет от Курокича. Тимонатор прокрутился, нету паниша. Есть метр, Курокич разглядел, понял, что будет рин. И при дилее работает. Бэк мегафиз как дефенс опция. Тяжела ситуация у обоих игроков. Но все еще очень на стороне Курокича, возврат нейтрал. За Тимонатором стена, за Тимонатором весь зал Moscow Slam. Сможет он добить сейчас или нет? КК! Нет метра. Но сможет довести! И Тимонатор забирает Moscow Slam со счетом 3-0! Он ваш победитель! Guilty Gear Strive! Навалите шуму, друзья! Совершенно заслуженно, конечно, переборол весь кроческий арсенал. На протяжении двух сетов старались, боролись оба. Невероятной просто зрелищности все эти были бои. Камера в зал показывает общее настроение того, что происходит у нас сейчас на площадке. Поздравляем наших победителей топ-3 сегодняшнего турнира по Guilty Gear Moscow Slam 2024. Курокич, Тимонатор и аниме Мемис не в таком порядке. Тимонатора чествуют. Да, вот!
То, о чем Карама говорил, то, что должно произойти. Первый офлайн. Первая победа. И это самый крупный офлайн. Самый крупный по Москве. Это самый крупный офлайн по Guilty Gear Strive. Мы снова и снова ставим рекорды. Да, 91 участник у нас был в турнире по Guilty Gear, и из этих 91 лучшим оказался Тимонатор. Что еще можно сказать? Да, крупнейший турнир последних лет у нас забирает практически новичок, можно сказать. Не могу сказать это вот так, но все-таки это боевое крещение офлайном. Ну да, через поль, бот и слезы практически прошел. И тут пока веет еще вот этот настрой. Я думаю, мы, дорогие друзья, сможем постепенно переходить к награждению и рафлу. У нас маленький перерыв, хотя, возможно, и отложится. Потому что сейчас нам надо давить снова и снова. У нас Street Fighter следующий. Ребята, не отключаемся, подписываемся, фоловимся. Это будет что-то. Ну и, естественно, Tekken ожидается сегодня. Все это мейн-дисциплины. И везде огромное количество народу. Ребята, спасибо вам большое, что вы смотрели. АВ, спасибо тебе за компанию. Спасибо и тебе, Карама. Работали для вас, как всегда. И подписывайтесь на все наши ресурсы. Играйте в файтинги и приходите на турниры. Всем пока. Увидимся. Сможете залутать кучу крутых призов, у нас на сцене даже так. У нас все, я так вижу, награды. И пойдем, как говорится, по классике. Дорогие друзья. Так, я пытаюсь глазами найти его. Вот он. Прошу, друзья, дайте шуму. Guilty Gear Strive Top 3. Аниме Мемес! Есть вещи. Где вещи ушли? Да? В Сибири. Топ-3. Опа. Не палит, конечно. А ты как? Ты так, конечно. Топ-3. Топ-3. Дали шуму. Вот так вот все. Так. Ну, по традиции, молодец, но не лучший. Дорогие друзья, дайте шуму. Курокич топ 2! Guilty Gear Strive на Moscow Slam!
А теперь я предлагаю всем задержать дыхание, набрать побольше. У нас есть план встряхнуть всю Москву данным шумом, показать, что мы, файтеры, можем, что мы поддерживаем друг друга, дорогие друзья. Для многих этот результат оказался неожиданным. Первый офлайн для человека и сразу же победитель. Moscow Slam 2024 на WinStrike Arena. Guilty Gear Strive топ-1. Дайте шуму для Тимонадора! Ну, что я могу сказать? Это определенно были гранд-финалы. Неожиданные абсолютно результаты. Близок был тому, чтобы забрать и без ресета, но решил показать больше прекрасной игры. И, дорогие друзья, топ-3 прошу стать для общей фотки. Вот они наши лучшие! Ну... Я знаю, что некоторые из вас зарегистрированы на сайты, поэтому прошу в зал участвовать в них активно. Будем ждать вас на следующих турнирах, хотя чего я обманываю, мы их всегда видим в разном составе. И сейчас я буду передавать слово, или морально готовиться, у нас будет рафл. Я советую не отходить, наоборот, подходить, чтобы быть вовремя в нужный момент здесь, а то ваш никнейм называют, говорят, вы выиграли то-то, то-то, вы поднимаете руки, все вам аплодируют, и вы выходите, забираете и радуете жизнь.